Друзья, всех приветствую. Рад проведению в нашем городе классной конференции, где приезжал Сибиряков Сергей Анатольевич, где были подняты интересные вопросы, на которые все получили ответы. Мы прям с гордостью принимали то, что нам показывал Сергей Анатольевич. Мы реализовали много интересных предложений по развитию адресных проектов в городе. У нас настолько впечатлений, просто хватит еще, наверное, до московской точно конференции, но и, возможно, до следующей красноярской конференции, где, конечно, масштабы будут увеличены. Благодарю всех, кто помогал, благодарю всех, кто участвовал в этом проекте. Всем всего доброго. Пока. Друзья, всем привет. Меня зовут Филиппов Игорь. Я являюсь одним из руководителей красноярского представительства компании Skyway Invest Group. Вот буквально вчера у нас была завершена первая региональная конференция. Не могу, наверное, словами описать то, что я почувствовал, то, что я увидел, какой опыт я приобрел непосредственно, с какими людьми познакомился. Ну, постараюсь, по крайней мере, максимально выразить свои ощущения, найти подходящие слова для этого. Вчера утром, даже не вчера, а позавчера утром мы ездили в аэропорт и встречали очень известного человека в нашей компании. Это Сибиряков Сергей Анатольевич. Довольно-таки известный человек не только в нашем проекте Skyway Invest Group, да, но и также и в других отраслях Российской Федерации. Вот. И разговор прошел на одном дыхании. Я уже сколько, наверное, полтора года смотрю вебинары Сергея Анатольевича. И когда я вживую увидел, как он ведет разговор, для меня вся подача его информации была как в первый раз, как будто я слушаю эту информацию о нашей компании непосредственно. Потому что здесь уже уровень не визуальный, вот как мы на вебинарах, это чувственный уровень. Присутствие рядом с человеком, эмоции, ты все это видишь живую и абсолютно другое восприятие. То, что люди подходили к нам и говорили, как мне можно проинвестировать, как мне можно узнать подробнее о проекте, действительно ли это можно. Ну, в общем, как сказать, движение пошло именно благодаря вот проведению этой конференции. Вот, в общем, все переполняет. Ребят, благодарю за внимание. Сказал, как хотел, как мог, то, что чувствовал. В общем, всем успехов, Skyway навсегда. Всем добра, любви и позитива. Здравствуйте, друзья! Рад всех видеть, приветствовать на нашем региональной конференции в городе Красноярске. Первая региональная конференция. Мы организаторы, мы представители компании Skyway Invest Group в городе Красноярске. Ну, основные моменты в этом видео были уже запечатлены. Более подробно, я думаю, вы в дальнейшем увидите, будет рассказывать Сергей Анатольевич. Сейчас передаю слово Филиппу Игорю. Он тоже представитель компании Skyway Invest Group в городе Красноярске. Здравствуйте. Рад видеть вас искренне. Как настроение? Не устали ждать нашего гостя? Так, друзья, ну, из видео, кто с темой Skyway еще не знаком, я думаю, вы уже поняли, что мы будем сегодня говорить о новых технологиях, о технологиях транспорта непосредственно, нового транспорта. Даже не транспорта, а транспортной системы. Чтобы вы понимали, транспортная система – это не какой-то отдельный автомобиль или какой-то подвижной состав. Это все вместе. Все это станции, вокзалы, терминалы, стрелочные переводы, депо, инфраструктура. Ну, в общем, все в комплексе определенно. Вот, поэтому то, что предлагает непосредственно
изобретатель этой технологии, это довольно известный человек во всем мире, это Юницкий Анатолий Эдуардович. Это российский, белорусский, советский ученый, инженер, академик, то есть огромное количество наград, только 200 научных работ, также доктор наук технических. В общем, очень много регалий у этого человека. Мне не хватит времени, как бы это все даже сейчас рассказать. Если кому-то будет интересно, вы уже потом отдельно ознакомитесь с этим. Так, ну, вкратце, я думаю, понятно, о чем пойдет тема. Все-таки я перейду уже к приглашению нашего главного гостя. Это кандидат экономических наук, это эксперт по глобальному развитию и макроэкономическому прогнозированию. Это заведующий кафедрой макроэкономического прогнозирования Высшей школы управления. Это действующий советник, государственный советник Российской Федерации 3 класса. Попрошу приветствовать Сибиряков Сергей Анатольевич. Поаплодируем. Если слышно, лучше без микрофона, да? Или в микрофон? Микрофону лучше, да? Ну, давайте тогда. Вот, значит, приветствую вас в Красноярске. Я довольно-таки давно здесь не был. Наверное, вот со времен, как Александр Иванович-то ушел, вот, наверное, с тех пор я здесь и не был. До этого просто получилось так, что я просто с этого начну, потому что действительно, находясь в Красноярске, и какую роль он сыграл в проекте, об этом просто нельзя не сказать. Вот, поэтому мы даже... Если дальше забегать, я буду сейчас так говорить определенные вещи, конкретные связанные. О, какие у нас инвесторы тут есть, так сказать, это прям самые маленькие. У нас такие были уже, так сказать, на это, да. Вот, причем очень приятно. Есть и маленького роста, есть и зрелого возраста люди. То есть это говорит о том, что молодежи много. Вот. Ну и по мере того, что вот как мы сейчас развиваемся, делаем, вот я очень много сейчас у нас практика такая, каждые 2 недели у меня выездная конференция. Вот. Каждую неделю мы делаем онлайн с Андреем Хавратовым. Вот. И плюс еще сейчас по вебинарам. Вот, да, кстати, тут задавали вопрос. Давайте, кто вообще первый раз и слово Skyway услышал сегодня вот при входе? Есть такие люди? Так, ага, то есть как раз сам. То есть, это, наверное, в единственном числе, да? Остальные все-таки слово Skyway когда-то слышали. Вот. А кто есть, кто знает, ну, кто я такой, ходит на вебинары и хотя бы там раз присутствовал на наших научных, то, что мы делаем? А, значит, это все-таки большинство, да, ну, то есть, чтобы ориентироваться. Вот, поэтому, естественно, что для вас, для большинства, все, что я буду говорить сегодня, не новое, поэтому единственное, что нового сегодня может быть в таком живом общении, это возможность, ну, еще раз вживую увидеть, как это все говорится. И как мне тут одна очень женщина говорит, мне, говорит, было очень интересно, когда я выступаю, по бумажке все-таки я говорю или нет. И когда она увидела, что все-таки без бумажки, она говорит, ну да, значит, знает, о чем говорит, понимаете? Вот, поэтому, и второй вопрос, что я, как всегда, сделаю там небольшую такую обобщающую вводную вещь, а потом вопросы-ответы, потому что в таком формате самое ценное – это задать вопрос, чтобы была возможность, и просто на любой вопрос, который вы задаете, получить ответ. Я, конечно, не могу ответить по Skyway вообще, по тому, что сегодня происходит, на 100%. Но на 99,9% в периоде ответов я знаю. Поэтому, тем более, еще из такого опыта общения могу сказать, что я 99,9% вопросов знаю, какие задаются. Поэтому мы бы могли сесть, я за вас задавал вопросы и сам на них готов отвечать. Вот. Но все-таки интереснее, чтобы вы сами задавали вопросы. Поэтому давайте начнем с такого, ну, с Александра Ивановича, как мы сказали, потому что действительно вот проехал по Красноярску, я когда... Последний раз прилетал, был у него в резиденции там, и у меня вообще все, что связано с Красноярском, связано с им, с его именем, там, с его работой. Он меня даже звал сюда, в Красноярск, к себе там вице-губернатором. Я говорю, Александр Иванович, вы там за 2 года сменили 39 губернаторов, вице-губернаторов. Я говорю, зачем вам 40-й? Давайте мы лучше так сказать. Но тем не менее, он мне предложил должность советника, и я в Москве долгое время в представительстве, ну, как бы числился его советником, только исходя из того, что ему было интересно, что я говорил. То есть это действительно один из немногих людей, который понимал, о чем речь. И он мог вот так вот сесть, и мы с ним могли тут, ну, проговорить там 8 часов подряд.
То есть не так много людей, которые в состоянии слушать, понимать и оценивать. Ну а дальше это уже история, которая он и в книге описана. Это самое, что мы с ним летели с форума, в самолете я попал. Я говорю: Александр Иванович, хотите, я вам расскажу очень интересную вещь, она вам понравится. Я ему рассказал про Skyway, рассказал про освоение северных территорий, про северный завоз, про возможности. Он говорит, где можно увидеть. То есть это все слова или есть разговор. Я говорю, у нас в парке Коломенском в Москве стояла модель 1:5. То есть двухметровая модель, которая давала уже скорость 100 км в час. Он прям с самолета говорит, поехали туда. Мы приехали в Коломенское, он посмотрел, повисел на этих рельсах. Он говорит, теперь я понимаю, что это такое. Тут же там, он же любил такие вещи. Трубку снимает и говорит Андрею Иванову, это его советник по финансам. Андрей, завтра сюда, все это самое. Он прилетает, а еще Сашу Сараеву, говорит, и Сараева сюда. Они прилетели, на следующий день подписали договор. Через день $300 000 первые были на счету. И с этого вообще началась вся программа Skyway. Потому что были закуплены первые оборудования, мы начали строить в озерах вот эти первые опоры, а потом уже пошло как по нарастающей. Потом подключился «Газпром», очень ребята, и в итоге построили, то есть все вы, наверное, видели, но кто не видел, посмотрите в интернете, сейчас картинки будут идти. Это то, что мы построили в 2001 году, стендовый участок, когда продемонстрировали, что путевая структура меньше 100 кг весом на метр может выдерживать 16 тонн подвижной состав в виде грузовика. Это та лаборатория, которая ездила. Вот строительство, которое велось, это вот 2001 год фотографии. Мы с Юницким как раз на этом полигоне. А вот Анзил, который, собственно, вот эта фотография и дала название самой технологии Skyway. То есть когда Зил, уходящий в небо, поэтому, так сказать. Потому что когда смотришь издали, когда машина ездит и нет путевой структуры, которую не видно там с расстояния уже 30 метров, вот это как раз и получилось. А вот та модель в Коломенском, которую видел Александр Иванович, с этого вот началась вся вот эта история, вся пошла. Поэтому у нас есть с Юницким такая внутренняя договоренность, что ту трассу, которая будет основная, образующая по северным территориям, будет идти, которая северным транзитом через это северное Транссиба, она будет носить имя Александра Ивановича Лебедя, потому что он сыграл такую большую. И через него мы познакомились как раз и с Савменом Хазретом Меджидовичем, то есть тоже, который здесь у вас работал, потом в Адыгее, там, и с Джонсоном Хагажаевым. То есть это тоже те люди, которые внесли свой вклад, и это все именно через Александра Ивановича, поэтому работу, которую он внес, ну, поэтому об этом нельзя не сказать. То есть поэтому мы ему все очень благодарны. А теперь давайте тогда, собственно, просто обобщить, а чем мы с вами занимаемся. Много сейчас вопросов, особенно вчера было интересно общаться с бизнесменом, с одним, который первый раз услышал, посмотрел, вот ему просто было вживую интересно познакомиться, и он говорит, ну вот что вы делаете, что вы продаете? И этот вопрос уже сейчас возникает, вот интересно же ответить, а что мы, собственно, делаем сейчас? То есть вот мы с вами собрались сегодня, воскресенье, хорошая погода, последние теплые дни, так сказать, завтра снег пойдет. Вот, и, соответственно, мы с вами в воскресенье общаемся, смотрим, то есть тратим время, тратим силы, тратим самое ценное, что у нас есть, это общение с семьей, меняем на что. И вот это действительно сейчас вопрос, который каждый из вас должен сегодня отвечать. Мы все интуитивно понимаем, и сегодня у нас выработалась такая интересная формула. Мы продаем будущее. Потому что каждому человеку интересно знать. И вообще, то есть природа человека построена таким образом, что ему интересно знать, что будет. А так как в основном здесь собираются люди, это люди, думающие раз, имеющие образование два, и второе, которые смотрят то, что будет. И естественно, все задаются вопросом, что происходит, мы все видим. Анализ, который происходит с телевизоров, так сказать, у нас все есть. И все задаются вопросом, а что же нас ожидает завтра? И вот это ожидание завтра, это как раз и есть самое интересное, чем мы занимаемся. И сегодня мы, вот своей командой, там и лично я, мы подошли к тому, что мы сегодня занимаемся не просто описанием, не просто капитализацией, это тоже неправильно сказать, а мы сегодня создаем это будущее. И это не какие-то слова, это я всегда провожу аналогию. Давайте вот мы с вами сейчас в зале, только находимся не 12 октября, 2015 года, а мы сидим, допустим, 12 октября 1090 года. Вот, младшим, кто по младшим поколениям, наверное, уже и не трудно вспоминать вообще, что такое было в 90-м году. А те, кто чуть-чуть постарше, вы помните, да, что это конец Советского Союза, все понимали, что этому Советскому Союзу завтра уже не жить, хотя при этом все провели референдум, все сказали, что мы за Советский Союз. Все видели, что наступают очень серьезные времена, это ощущение было у всех,
Но что будет происходить, наверное, никто даже в страшном сне не мог предположить, что будет дальше происходить. И при этом параллельно что происходило? Параллельно началась информационная технологическая революция. Это вход микроэлектроники, это вход трансинтернета. Видите, я уже по Фрейду оговариваюсь. Вот, то есть микроэлектроника, интернет, мобильная связь в 90-м году, наверное, вы можете признать, кто помнит этот год, вот об этом мы даже не могли представить в страшном сне. То есть о том, что у меня в кармане будет, страшно сказать, 8-ядерный компьютер со 120 или там 170-герцовым процессором, но самое главное, я в 90-м году работал учителем информатики в школе. Если бы мне сказали, что 128 мегабайт памяти и скорость передачи, ну вот сегодня я здесь в гостинице смотрел, 30 мегабайт в секунду, я бы вам могу сказать, я просто не поверил в такие цифры. Потому что то, что мы тогда видели, если помните, ЕС-1022, машина перфокарта и так далее, это представить было невозможно. А чтобы с точки зрения обычного человека, я могу сказать, что вот этот аппарат за час передает информации больше, чем вся московская городская телефонная сеть за год. То есть, и причем это то, что я сейчас говорю, это абсолютно банальность, это язык цифр. То есть просто посчитайте скорость передачи, посмотрите, сколько берет и сколько информации передавал МГТС по медным проводам. Вот и все. Поэтому, но эта революция в 90-м году началась, и к чему она сегодня пришла? Я как выразитель люблю это говорить, у меня сынишка 6 лет, вот, так он это, слова, которые тоже, вот, представьте слова с уровня 90-го года, когда он говорит: папа, я сейчас буду с одногруппником разговаривать, ну мы отдыхали в Болгарии, а он отдыхает в Испании. Вот, я, говорит, сейчас буду с одногруппником связываться, и мне надо ему там файл перекинуть. Говорит, покажи мне, как этот файл скопировать. Понимаете, если бы это не говорил с одногруппником, что это младшая, средняя группа детского сада, то в принципе это звучит нормально. Но когда вот так вот смотришь и сам начинаешь понимать, жизнь серьезно поменялась. Потому что сколько лет назад мы могли представить, что мы будем общаться в видеосигнале в онлайне. Но еще 5 лет назад это было, ну скажем так, возможно для кого-то, но вот так вот, чтобы доступно, нет. И вот позавчера, опять тоже, вроде мы в этом живем, все, так сказать, я постоянно, времени не хватает, проводим конференции, ну, нашей группы директоров. Так вот, у меня один директор сидит в Лондоне, Арман, Леша Суходоев сидит в Челябинске, Андрей Хавратов находится в Таиланде, а я еду детей забирать из детского сада под Москвой. И мы в скайпе проводим совещание, и в принципе нормальный рабочий режим. Единственное, что когда проезжаешь, у нас там эти вышки ПВО стоят, проезжаешь вышки, ракеты, это сам, связь пропадает. Мы еще начинаем ругаться, надо же, связь плохая. А просто сам смысл, вот то, что происходит, я вам говорю: ребят, мы к этому уже привыкли, но вы подумайте, насколько еще 5 лет назад, а уж 10 лет назад, а в 90-м году это представить было нельзя. И вот мы тут с одним большим-большим академиком, очень известным, так сказать, это, пытались как-то описать терминами 90-го года то, что сегодня происходит. Я это специально говорю, чтобы мы немножко сейчас включили абстрактное мышление. Потому что без абстрактного мышления понять то, что мы с вами сделаем, невозможно. Так вот, попробуйте терминами 90-го года описать то, что мы с вами пользуемся. Компьютер, интернет, скайп. Вот. Знаете, что вы не сможете описать вообще вот в терминах это? Я говорю, вот для молодого поколения это непонятные вещи. Вот мы говорим, попробуйте описать GPS на торпеде машины в 90-м году. То есть вы будете говорить, у вас стоит маленький телевизор на торпеде, который связан со спутником, который видит всю обстановку перед вами и показывает, сколько машин едет впереди и сзади. Вы представьте, как в 90-м году это звучало. И это стоит в каждой машине. Понимаете? То есть на сегодняшний момент это абсолютно нереальная вещь, которая казалась все. Но мы-то с вами прожили это время. Мы сегодня этим пользуемся. И сегодня мой сын спрашивает: папа, а как вы жили без интернета? Когда я ему говорю: знаешь что, я когда еще учился в школе и даже в институте, у нас интернета не было. Он говорит: а как вы жили? Ну, я говорю, вот так вот как-то жили. Вот. А сегодня, когда он уже подходит и научился с голоса управлять интернетом, скайпом, звонит мне там по 5 раз на день, там мультики уже сам качает, для него это уже совсем другая жизнь. Так, опять же, сегодня как веление этого времени. Я покупаю новый телефон, мне, чтобы в нем разобраться, надо неделю времени. Я ему даю, показываю там три, как нажать, там мультики скачать, игрушки, все. Ему второй раз показывать не надо. Для них это уже реальная жизнь. Они без этого уже не могут. Хорошо это или плохо, это реаль нашего жизни, это реаль нашего времени. Еще один вопрос, который я люблю всегда говорить. Представляете, в 90-м году вы пошли на работу и забыли свой телефон дома.
Вот в 90-м году пришло в город, помните эти телефоны с дисками и так далее. Вы говорите, вы пошли на работу и свой телефон забыли дома. А сегодня, если вы пошли, там вышли из дома и забыли свой телефон, ну это все, катастрофа. Вот у меня в деревне, тут как-то вот там, я живу под Москвой, у меня отключился разом свет, интернет и отключилась связь. Все. Такое ощущение, что сидишь в колодце и жизнь закончилась. И что дальше делать, даже не знаешь. Вот я сижу и думаю, что делать, я даже не представляю, как это. Это, конечно, обратная сторона, но это зависимость от цивилизации. И вот эта цивилизация сейчас, к чему мы подошли, это прошло на наших глазах. И абсолютно глупо отрицать, что прошла техническая революция. Правильно? Ну, прошла. Не было, сейчас появилась. Кто это все придумал? Вот как Юницкий говорил, придумали это все инженеры. И эта технологическая революция прошла, и она за собой привела целый пласт то, что сегодня любит обсуждать молодежь. Вот если вот спросить все это, кто такой Джобс? Наверное, знают все. То есть это икона, это человек, который изменил реально весь мир. То есть эти решения этого человека повлияли на каждого жителя Земли. Кто такой Марк Цукерберг? Тоже, наверное, сегодня известно всем. Это сам. Но если вы еще 10, а уж не говоря 20 лет назад спросите, а каким бизнесом занимается Марк Цукерберг, что он продает, 20 лет назад описать это было невозможно. Вот попробуйте описать бизнес 20 лет назад Марка Цукерберга. То есть он создал что-то, куда все отправляют что-то, что-то это получает, и это стоит 150 миллиардов долларов. Что отправляют, что понимают, как это вообще капитализируется. Я думаю, сегодня из экономистов немногие понимают, почему Facebook стоит таких денег. Вот. Или что делал, допустим, там 20 лет назад Windows. То есть что он создавал, что он делал, и кто такой вообще этот мальчик Билл Гейтс, который там вот как Юницкий говорит, на коленке писал операционную систему, а потом она объединила весь мир. Вот. Поэтому, если переходя уже в нашу реальность сегодня, то, что произошло, это абсолютно четко описанный технологический процесс, который сегодня мы называем пятым технологическим укладом. Это из терминологии Сергея Юрьевича Глазева. То есть мы очень тесно с ним взаимодействуем, работаем. Вот. Он как именно руководитель секции Российской Академии Наук дал классификацию технологических укладов. И опять же, с точки зрения здравого смысла спорить с этим бесполезно. Потому что что такое классификация? Он всю историю цивилизации и техники разложил на периоды. И соответственно говорит, что вот эти последние 30 лет это интернет. Отрицать глупо, что он вошел, что он изменил, и что это доминирующая технология, и это основная капитализация. И возникли Цукерберги, возникли Джобсы, возникли Деллы, возникли Билл Гейтс и так далее. То есть это герои своего времени, которые в своем укладе сделали определенную работу. Это глупо отрицать, правильно? Следующий шаг. А что было до этого технологическим укладом? Сразу могу сказать, что Сергей Юрьевич Глазев, это пришла из Советской Академии Наук, это Абалкин. А до Абалкина этим занимался Николай Кондратьев. Это так называемая теория длинных волн. Длинных технологических волн, которые меняют экономику, меняют определенные устройства вплоть до государств, потому что когда входил пятый технологический уклад, перестал существовать Советский Союз. Когда входил четвертый технологический уклад, то есть все, что связано с нефтью, нефтепродуктами, двигателями внутреннего сгорания, это начало 20 века, перестали существовать пять империй, некоторые из которых, допустим, как российская, до этого существовало тысячу лет. Соответственно, Османская империя, Австро-Венгерская империя, потом и Британская империя перестала существовать. То есть это как раз изменения в технологическом укладе. Вот. Так вот, четвертый уклад – это все, что связано с нефтью, нефтепродуктами, это двигатель внутреннего сгорания. Это, опять же, глупо говорить, что это изменило мир. Да? До этого – это электричество, до двигателя внутреннего сгорания. Тоже понимаете, что мир до электричества и мир после электричества – это абсолютно разный мир. Это разное ВВП, это разная цивилизация, это вообще разное развитие человечества. И тоже с этим, наверное, глупо спорить. До двигателя внутреннего, до электричества это паровая машина, это паровоз, это пароход, это рудники, это горная металлургия, это тоже то, что поменялось. Ну и первый технологический уклад, как-то так все сошлись, что это 1770 год, начало первого промышленного производства в Англии, то есть когда стала появляться сегодня осязаемая промышленность. То есть вот таким образом. Зачем я всегда это произношу, зачем это надо говорить? Что первый вопрос, мы когда проанализировали, следующий вопрос, который возникает, а что дальше? То есть на этом цивилизация остановилась или нет? Двигаться дальше куда-то будем? Все, шестой технологический уклад. И вот здесь вот начинается прогноз. Потому что угадать
понять и оценить, какая будет основная технология, это уже совсем другая. И здесь, ну, скажем, другая специфика. И здесь мы с Сергеем Юрьевичем Глазевым принципиально расходимся, потому что он не принял Транснет, он не принял струнные технологии, он доминирующие технологии шестого технологического уклада поставил нанотехнологии, биотехнологии, биоинженерию и нанофотонику. Это у него основные части. Вот на что я ему говорю, он этим уже занимается 10 лет. Я говорю, Сергей Юрьевич, по вашей рекомендации уже инвестировано более 50 миллиардов долларов только в России. Покажите мне результат. Вот я просто хочу как специалист увидеть, где ваши инвестиции, где ваши доминирующие технологии изменят жизнь каждого живущего в этой стране. Каким образом Чубайс будет менять, как жизнь Чубайса изменилась за это время, я думаю, сомнений нет никаких. Там еще ряд научных центров, венчурный фонд, Сколково, у них все хорошо, у них жизнь удалась, они все инвестировали, у них все получается. Нас это как коснется? Особенно, когда смотришь в проектах Сколково, что они инвестируют в дирижабль, я говорю, ну, ребята, я теперь понимаю, что весь мир 100 лет назад от дирижабля отказался, а оказывается, теперь вот мы в Сколково, за счет фонда резервных Российской Федерации опять финансируем дирижабль, и вдруг он оказывается каким-то образом будет сегодня менять нашу жизнь. То есть вопросов много, ответов нет. И когда мы говорим, что, друзья, то, что мы сегодня делаем, это реальная технология, которая будет доминировать в ближайшие 30 лет. И 30 лет она будет только входить, а вообще эта технология на 100 лет. Потому что ту сеть, которая сейчас создается, опять же, с нашей легкой руки, она получила название «Транснет». То есть и этот Транснет, это следующая сеть, это то, что достраивается, то, что делает. То есть здесь как раз для молодежи абсолютно понятный ряд, который мы устраиваем. То есть интернет, сегодня понятие, которое даже не надо комментировать. Все на уровне подсознания понимают, что это такое, правильно? То есть, хотя я всегда конкретизирую, чтобы вы не называли интернет технологией. То есть когда говорят, что интернет это технология. Ни в коем случае. Интернет — это агрегированная среда. Это среда по сбору, обработку, передаче и хранению информации. Это все, что работает с виртуальным информационным миром. И не надо об этом никак помнить. То, что это входит в реальный мир в виде капитализации, в виде денег, в виде того, что Марк Цукерберг там один из богатейших людей, это побочный эффект. А это вообще работа с информацией. Так вот, интернет — это понятное понятие. Дальше, что такое гаджет? Это сегодня тоже понятно, это гаджет, устройство, которое взаимодействует с интернетом. Дальше, что такое приложение к гаджету? То есть это информационная программа, которая связывает устройство с интернетом. А вот теперь дальше то, что вы не слышали. А если мы говорим интернет, смартфон, умный телефон, дальше смарт-ап, умное приложение, смарт-аппликейшн. А дальше мы начинаем новый выводить. А дальше мы говорим смарт-кар, то есть умный автомобиль. А дальше Транснет. Все, то есть получается, мы абсолютно достраиваем мир, то, что мы сегодня делаем. То есть мы сегодня информационную технологию переводим в реальную жизнь, в реальную сеть. А Юницкий как раз, он дает технологию, которая позволяет очень дешево, очень качественно и очень быстро построить эту сеть, которая будет там через 3, 5, 10, 15 лет, это будет миллионы, десятки миллионов километров. И, соответственно, то, что сегодня начинает, он технологически это создает. И я с ним вместе работаю уже 15 лет, и я могу сказать, что вот когда мы в 2001 году строили первый полигон, мы были уверены, что мы закончим этот полигон, и у нас будет стоять очередь из заказчиков от, ну, от озер, где это было, и до самого Кремля. Когда мы это построили, всех привезли, министров, там все это, даже дошли потом до президента, на тот момент был Медведев, наш этот президент. Соответственно, реакции не было никакой. И мы не могли понять, что мы создали технологию, которая готова менять мир. А оказывается, мир меняться в тот момент абсолютно не хотел. Сегодня, спустя 15 лет, по классификации, я четко могу объяснить почему. Потому что эпоха смены технологического уклада не подошла. То есть не было тех предпосылок, которые подошли сегодня. И когда мы закладывали первый камень в озерах, это был март 2001 года, мы там заложили тоже капсулу времени, сейчас мы это все повторили, и там было написано, что через 15 лет будет построен миллион километров. Что произошло через 15 лет? Мы закладывали опять очередной нулевой километр и опять закладывали капсулу времени. И опять по моему представлению, то есть я настоял, что мы 15, 50 и 100 лет, и на 15 лет я опять туда написал, через 15 лет мы должны все-таки построить первый миллион километров. Поэтому, когда через 15 лет
Я надеюсь, что мы этот миллион построим, а не будем закладывать третий раз нулевой километр. Но это уже, скажем так, из области злой шутки. Так вот, вопрос в чем? Что сегодня смена технологических укладов подошла. И то, что мы сейчас показываем, видим, и здесь на уровне здравого смысла каждый из вас сидящих понимает, что в мире сейчас очень много меняется. Если сейчас кто-то скажет, что все, мир замер и ничего не меняется, ну так лично я не поверю. Потому что я каждый день включаю телевизор, каждый день и то, что сегодня происходит, мы видим, что все, изменения пошли необратимые. А еще когда мы в феврале 2014 года запустили проект, и начался Майдан, началась Украина, я честно говорю, друзья, вот это параллельно события, которые будут сопровождать наш проект. Это не потому, что мы буревестники, а потому что мы идем в одном потоке с этим изменением. И там Юницкий, все, он говорит, ну что ты мне там все про эту Украину, про все, так сказать. Это? Я говорю, потому что это проект, который показывает то, что происходит в мире. И мы идем именно потому, что начались эти изменения. Ну и дальше уже то, что дальше на Украине прошло, то, что сейчас во всем мире происходит, то, что сейчас на Ближнем Востоке началось, говорит о том, что изменения серьезно идут. И никуда от них уйти не можем. И в данном случае мы с вами, вот лично я, мы на все это просто свидетели. Ну как мы можем повлиять на события в Украине сегодня? Каждый из сидящих здесь. Ну, наверное, никак. То есть то, что там сделали, это большая игра, большая политика, большие стечения интересов, которые складывались десятилетиями. И то, что сегодня происходит, это просто активная фаза того, что происходит. Как мы можем повлиять на то, что происходит в Сирии? Идет огромная геополитика, огромное столкновение, там нефтяные державы, идеология, религии и так далее. Ну, вот на все это смотрим. Так вот, а вот то, чем мы с вами начали заниматься, вот то, что мы делаем, и вот эту мысль, которую мы постоянно доводим на всех встречах, на конференциях, мы с вами запустили проект, который зависит только от нас. И когда Юницкий там, в феврале, ну сначала в октябре, когда создали компанию, а потом начали вести вебинары, сказал, что все, ребята, мы переходим в краудинвестинг, но я, честно говоря, считал, что я говорю, ну все, от безнадежности у тебя уже, так сказать, как бы это, больше идти некуда, кроме как в краудинвестинг. Потому что сам по себе очень сложный венчурный проект, который сложен для восприятия, который не то что реализовать, его даже представить не там очень мало людей, которые представляют, о чем идет речь. И для того еще, чтобы ввести краудинвестинг, то есть это же сразу понятно, что это пирамида, MLM, MMM, мошенничество и так далее. Я говорю, и представляешь, как мы это все объединяем. Но сейчас, тут Юницкий надо мной смеется, он говорит, ты сейчас стал большим сетевиком, чем те, которых мы приводим. Потому что я сейчас, вот честно могу сказать, время тратить на то, чтобы разговаривать с инвесторами, там, с бизнесменами, там еще вот мы вчера провели встречу тут вот с одним очень серьезным строителем, бизнесменом здесь. То есть все, мы его убедили, он, конечно, все сказал, все согласен, все, но он один, и мы на него потратили сколько, наверное, ну, часа 2,5-3 времени вчера. Вот. А общение, когда идет с таким количеством людей, когда сидит там 100-200 человек, то та информация, которая сейчас пришла, и она пойдет дальше, результат от этого будет намного больше, чем один бизнесмен, который там скажет, ну, я хорошо, я там инвестирую, не знаю, там $10 000. Ну и что нам эти $10 000? То есть там от этого ни жарко, ни холодно. Деньги, конечно, сегодня важный фактор, но намного важнее та информация, которая сегодня от нас идет, то, что мы сегодня делаем. Ну вот, друзья, если так как бы коротко, ну там вводную мысль, вводную вещь, которую я сегодня, ну как обычно как бы делаю, то есть я сказал, что основное понимание, которое должно быть сейчас, то, что мы сейчас делаем, это не мы этого захотели, и не Юницкий это захотел, и даже не та команда, которая собралась. Это веление времени. То есть пришло время меняться, пришло время следующей технологической революции. И четко сегодня понятно, что следующее технологическое направление – это будет сфера коммуникаций, сфера транспорта. И получилось так, что Юницкий этим 36 лет уже занимается. Вот мы это делаем, и это та технология, которая сегодня востребована, которая сегодня следом идет за интернетом. То есть за интернетом идет транснет. А дальше начинает уже работать те законы, которые нам показал пятый технологический уклад, который показал интернет. То есть что такое сетевая компания, что такое распределенная прибыль, что такое распределенные акционеры, что такое капитализация на венчурном этапе. То есть мы очень много приводим примеров, что инвестиция, которая была в Apple в 1976 году, $1 сегодня это стоит, наверное, миллионов 500. Ну, то есть вот слышали, да, эту классическую историю, когда один из 10 друзей Джобса, с кем он организовал Apple, продал свой пакет за $800. Сегодня этот пакет стоит $76 миллиардов. Естественно, что это не значит, что вся Америка, которая жила в 1976 году, могла пойти купить. Такой шанс был только у 10 человек.
Так вот, у этих 10 человек, кто им воспользовался, каждый доллар превратился в 500 миллионов. Соответственно, сейчас, когда проводя эту аналогию, мы говорим, что Транснет и то, что произойдет капитализация, не у сотен миллионов людей будет такая возможность. Но у нас, кто сейчас находится на этом этапе, такая возможность есть. И, соответственно, очень интересно сейчас будет вопрос, вот, ну, когда нам задают вопрос, вот, допустим, год назад были дисконты там 1 к 1,5 тысячам, которые выдавались по обязательствам компании. Здесь я говорю, друзья, вот представьте то, что сегодня происходит и 1,5 года назад. То есть, наверное, кроме меня это вообще трудно кому-то представить, потому что я проводил сотни встреч, вебинары и так далее. Когда я рассказывал, что, друзья, мы будем собирать конструкторское бюро, мы будем строить полигон, мы будем показывать сертифицированную, мы вас не обманем, и то, что мы говорим, мы будем делать. Представляете, как на меня смотрели, так сказать, как бы. Единственное, что, почему я имел право это говорить, потому что, друзья, я с Юницким строил уже не один полигон, и я четко знал, что мы это сделаем, и никаких проблем, но те, кого мы привлекали, верили далеко не все. И, соответственно, мне, как говорят, ты что, теперь начал строить пирамиды? Я говорю, друзья, понимаете, я этой технологией занимаюсь 15 лет. Я общался и с шейхами, и с президентами. Все. А сегодня, когда мы собираем народное финансирование, что вы думаете, изменилось что-то в работе? Я говорю, ничего не изменилось, просто мы нашли новый источник финансирования. И сегодня уже, когда... О, даже это самое... Самый главный акционер тут, так сказать, это... Ничего, мы ему не сильно громко не пугаем. Вот. Так вот, и сегодня, когда началось строительство, когда есть показать, я говорю, наверное, вот вы не представляете, насколько мне стало легче. И когда я в начале вебинара включаю то, что называется новости с полей, когда идет Юницкий показывает, заливаем опоры, строим юнибусы, закладываем это. Для меня это прям, так сказать, потому что, друзья, это то, чем мы единственное можем отчитаться и то, что мы можем показать. Что, друзья, мы говорили, что соберем конструкторское бюро, уникальное в мире, потому что таких нет. Сделали, собрали, запустили. Мы говорили, что начнем строительство, начали сделать. То есть говорили, что начнем испытания весной 2016 года, мы их начнем. И этот процесс сегодня уже абсолютно очевиден для всех. И если год назад люди входили в основном на, ну скажем так, на интуиции, на том, что то сегодня очень многие подходят, исходя из того, что видят практику, которую мы сделали. Это сегодня самое ценное, это то, что мы с вами за год сделали. И вот как раз на следующей неделе у нас мы будем опять это закладывать символический нулевой километр в Минске, а 25-го в Москве. Это как раз подведение итогов, это как раз отчет Юницкого за 2 года, нас как за год работы, и мы, соответственно, двигаем и показываем, как двигаться дальше, как мы будем работать и какие задачи нас ожидают в ближайшее время. Ну вот, если коротко, скажем так, обобщенно, то на сегодняшний момент стали подключаться уже довольно-таки крупные инвесторы, которые видят, что за год те программы, в основном, которые входят в интернет, и те, которые информационные, они обычно умирают в течение года. Это 90%, ну, статистика. Еще 5% умирают в течение 1,5 лет. Поэтому 1,5 года для нас это критический срок, когда мы превратились в проект, который работает, который показывает, что он создал систему привлечения инвестиций, создал систему доведения этих инвестиций до назначения и, самое главное, создал систему, которая эти инвестиции осваивает. То есть получаются чертежи, заказывается оборудование и идет строительство. Все, вот это как раз сегодня абсолютно вопрос, с которого мы начинаем. Все вебинары, это наши, у нас сегодня где-то 25 вебинаров в неделю идет вот нашей группой, которая ведется. Соответственно, мы сегодня показываем это на всех конференциях, и сегодня сказать, что нам нечего показать или у нас ничего нет, это неправда. Потому что вот на следующей неделе там едет целая делегация, почти 100 человек там, из 40 почти стран мира, для того, чтобы именно увидеть, посмотреть своими руками, пощупать, для того, чтобы убедиться, что все это действительно, что декларируется, то и делается. Вот. И это начало следующего этапа, куда мы будем выходить. Ну вот, если, видите, так сказать, у меня обычно час, такая вводная часть. Это вот то, что мы с вами сегодня сделали. Давайте теперь, если на этом этапе есть какие-то вопросы, то давайте тогда вопрос-ответ. Я отвечу, чтобы у нас не было такой. Так, полигон. Ну, про полигон давайте тогда более конкретно. Что то, что сейчас делается демонстрационная площадка, это демонстрация 3 направлений технологии. Первое – это сыпучие грузы. Это то, что сегодня наиболее востребовано. Потому что в ближайшее время, в ближайшие 3-5 лет надо осваивать месторождения, которые сегодня труднодоступны. Это месторождение север Якутии, это месторождение
Томская область, болото, это север Красноярского края, то есть туда, куда железная дорога не может прийти в принципе. То есть технологически она не может туда идти. Соответственно, мы решаем задачу сейчас, это технологический транспорт, который позволит осваивать труднодоступные месторождения. Поэтому одно направление, оно будет около 3 километров длины, которое покажет возможности погрузки, разгрузки 100 миллионов тонн в год. То есть вот тот комплекс, который делается, он будет демонстрировать погрузку-разгрузку 100 миллионов тонн. Ну что такое 100 миллионов тонн, надо говорить? Нет. Это практически возможности Транссиба. Это одна ветка. Если мы их делаем две, три, значит, соответственно, можем масштабировать 100, 200, 300, 400, 500 миллионов тонн. То есть сколько надо, столько и делаем. Значит, затраты это сразу, которые закладываются при строительстве в 10 раз дешевле железной дороги, при эксплуатации в 20 раз дешевле железной дороги. Вот, соответственно, на полигоне задача это все показать. И вот это будет показано, сделано. Тут. Здесь я могу сказать, что на прошлой неделе... Что? Насчет этого мы поговорим. На прошлой неделе, я отвечу вам на этот вопрос, на прошлой неделе мы были с Гришиным Сергеем Анатольевичем в конструкторском бюро. Фамилия Гришина что-то говорит, нет? Ну, то есть те, кто с железной дорогой когда-либо был связан, знают. То есть это руководитель или зам руководителя Западно-Сибирской дороги, потом зам Аксененко по движению. Сегодня это один из руководителей железнодорожного отрасли, ну или бизнеса в России. Вот мы были там, и вот как раз все эти вопросы смотрели, обсуждали. Все, и он, так сказать, это, он сказал, ну все, как железнодорожника, вы меня убедили, это не пустые слова, буквально завтра ляжет, в интернете появятся все интервью с ним, поэтому я несколько анонсирую этот вопрос, поэтому можете посмотреть, что на этот предмет будет говорить Гришин. Вот. А я могу сказать, что еще с Поддавашкиным, который был замом у Николая Емельяновича, мы как раз обсуждали вопрос по перевозке, и тогда они с Транссибом вышли на 150, где-то на 100-105 миллионов тонн, а возможности Транссиба 118 миллионов тонн. И как раз они задают вопрос, что возить нечего, куда вы собираетесь делать трассы, которые будут возить там миллиард, допустим, тонн, полтора миллиарда. Так вот я сразу могу сказать, это то, что мы во второй части чуть-чуть обсудим. По нашим прогнозам, транзит грузов через территорию России будет 5 миллиардов тонн. Еще раз повторю, 5 миллиардов тонн. Разница, чувствуете, между 100 миллионами, которые сегодня есть, и 5 миллиардов. Можете представить, нет? Это даже не в 50 раз. Вот. Так вот, соответственно, вот эти вопросы, поэтому мы очень много что сейчас говорим, а ответ, как это ни странно, лежит совсем в другой плоскости. Я вам задам вопрос. Представляете, сколько информации качает вот этот телефон? Если бы у начальника МГТС, то есть Московской городской телефонной сети в 90-м году, мы сказали, что... А может прийти такое время, чтобы у каждого жителя Москвы было по два телефона? Что вам ответит начальник МГТС? А вы помните, начальник МГТС, это, наверное, был третий человек в Москве, потому что получить городской телефон в Москве, ну я не знаю, это круче, наверное, только звезды. Так вот, сегодня у меня сынишка шестилетний в детский сад ходит с телефоном. Вот как вы сможете это объяснить начальнику МГТСа, что шестилетний пацан будет ходить и с телефоном, еще и с планшетом в придачу. И у него еще будет не просто передача, по телефону можно позвонить, а еще можно мультики покачать. Так вот, это начальнику МГТС объяснить будет невозможно. Вот точно так же я вам говорю. О том, что мы будем возить 5 миллиардов тонн, железнодорожникам объяснить сегодня невозможно. Объяснить, что мы будем возить 3 миллиарда тонн холода по цене в 7 раз дороже нефти, даже не нефти, а 98-го бензина, вы посчитаете, что я сейчас говорю абсолютную ерунду. Правильно? Правильно. Вот. А я могу сказать, что я эту рассказывал историю, я ее везде рассказываю и еще буду рассказывать, потому что она правда. И это можно спросить, что я вот на этой истории стал самым молодым заместителем министра в правительстве Примакова. Вот именно на этой истории. Вот. Ну, я не знаю, слышали, наверное, ее, да, так сказать? И не раз, и не два. То есть, когда мы с Шойгу летели в самолете, это самое, а он у меня был начальником, его сделали вице-премьером, он курировал наше Министерство регионального развития. И вот мы из Иркутска взлетаем, всех настроение, потому что там были на этом похоронах, где самолет упал тогда, Руслан. И, соответственно, взлетаем, он говорит, ну, ты вот тут бегаешь, экономист, прогнозист, там еще, когда, говорит, Россия будет жить хорошо. Ну, я ему рассказываю, производительность падает, основные фонды изнашиваются, в единице ВВП северные затраты энергетические очень высокие, исходя из этого, никогда. Он говорит, ну это я знаю, а другое решение есть? Я говорю, страна северная, холода много. Как только будем холод продавать в 7 раз дороже 98-го бензина и в 3 раза больше, чем все страны его производят, будем жить хорошо.
Он говорит, слушай, ну ты, говорит, производил до этого впечатление более-менее разумного человека. А теперь, говорит, я это, я говорю, докажу, ну а тут, это же в самолете с Иркутска лететь далеко, весь народ оживился, сели, налили по стакану коньяка, так сказать. Он говорит, ну давай, рассказывай. Я говорю, сразу одна просьба. Он говорит, какая? Если я вам это докажу, вы исполните мое желание одно. Он говорит, ну давай. Все, я ему в течение часа там, ну всем рассказываю, Транснет, струнные технологии, перевозка, все, все, все. Он говорит, ну понятно, это убедил. А где холод? Я опять ему рассказываю, он говорит, все, с технической точки зрения, все. А мы уже с Лебедем тогда начали строить, уже говорит, все, все понятно, где холод. Вот, я ему говорю, там, питьевая вода, основная проблема. То есть цивилизация сегодня выкидывает 3 миллиарда тонн нефтепродуктов и убивает, каждый грамм нефтепродуктов убивает 10 тонн чистой питьевой воды. То есть сегодня, по оценкам ООН, проблема питьевой воды – это проблема 21 века. Сегодня Китай, Индия, Малайзия просто задыхаются без воды. Соответственно, поставка воды – это основной ресурс сегодня. Россия обладает 70% всех питьевых запасов воды в мире. И второй момент. У нас эта вода находится зимой в замерзшем состоянии. Это Байкал, Таймыр, это озера Якутии, это озера Тывы. Это уникальные озера. Соответственно, если мы будем зимой замораживать лед, и этот лед со скоростью 500 км в час возить в Китай, то цена пищевого льда сегодня в 7 раз дороже тонны 98-го бензина. Поэтому мы в принципе можем выйти на 3 миллиарда только экспорта питьевой воды. Причем с точки зрения энергетики, чтобы было понятно, что тонна льда, она содержит энергии в 7 раз больше, чем надо затратить энергии, чтобы расплавить тонну железа. Это обычная физика. Так вот, когда мы возьмем этот лед и привезем его, там, неважно, в Китай, с энергетической точки, с точки зрения, для того, чтобы получить такое количество холода, надо сжечь нефти в 3 раза больше, чем сегодня добывает человечество. Чтобы было понятно, Соединенные Штаты сегодня тратят на производство холода энергии в 3 раза больше, чем Россия на получение тепла. Это тоже понятно почему, да? Электроэнергия, фреон, кондиционер. Что? Лед – это вода, чистая питьевая вода. А кто занимается с точки зрения биологически чистая, замерзшая, байкальская, это уникально. Можно привезти тонну зерна и везти 100 тонн воды. А какая связь? Тратится вода на производство того же зерна, а не на питье. Дело в том, что то, что тратится вода, давайте, то, что тратится вода на зерно, это одно. Люди без зерна могут жить, без воды нет. Сегодня чистая питьевая вода – это потребность наша с вами. То, что мы пьем, это… Нет, я могу… Тут давайте спорить не будем. Нет, потому что нет чистой воды. Если вы испортили воду, а потом ее очистили, это уже не чистая вода. Пить надо природную воду. Потому что если вы пьете не природную воду, а восстановленную, то вы уже пьете для организма нарушенную структуру. Пить надо чистую питьевую воду. Тут я даже спорить не буду. Есть два академика, которые сразу на этот предмет вам все расскажут. Поэтому продукт, который уникальный с точки зрения воды, природной воды, холода, который есть, это сегодня продукт, который востребован цивилизацией. Другое дело, сегодня никому в голову железнодорожнику не придет байкальскую воду железной дорогой везти с Байкала в Китай. Потому что это невозможно. Так же, как я задаю вопрос, вот кому-то пришла в голову бы мысль в начале, допустим, 20 века из Нью-Йорка съездить в Лондон и обратно за одни сутки? Нет, конечно, потому что между ними плавали корабли типа «Титаник», и это надо было две недели туда, если с айсбергом не столкнулся, то две недели обратно. Понимаете? Соответственно, другого не могло никому в голову даже прийти. А сегодня вы сели на самолет, слетали в Лондон, делали, да, вернули. Потому что есть такая техническая возможность. И ей пользуются миллионы людей сегодня. Точно так же сейчас. Почему не приходит никому в голову использовать природный холод? Технологии нет. Мы говорим, вот она есть. Просто сегодня для этого осознания... Вот, а Шойгу почему сразу включился в этот вопрос? Потому что он курировал взаимоотношения с ЮНЕСКО, а ЮНЕСКО уже 20 лет говорит о том, что вода – это основная проблема. Более того, они делают сценарий нескольких мировых войн, которые будут именно из-за воды, потому что нет воды, чистой питьевой воды. Соответственно, решение, которое мы сегодня говорим, вот, пожалуйста, мы нашу северную воду в виде льда можем привезти вам, так сказать, куда угодно, хоть в Саудовскую Аравию, хоть в Америку, хоть тебе, так сказать. А лед – это два продукта. Это вопрос? Да, как раз, когда я...
Нет, здесь как раз здесь... Да, выпадает одна. Дело в том, что мы, когда речь идем о Байкальской воде, мы говорим, та вода, которая выпадает. То есть, если мы берем вода, которая вытекает, обмелеть он от этого не может. Там другая проблема, что там сейчас монголы собираются строить гидроэлектростанцию с финансированием Мирового банка. Вот если они построят станцию и закроют вход в Байкал, вот это да, это катастрофа. И поэтому легче там их разбомбить, так сказать, чем разрешить им строить эту станцию. Ну, я думаю, так сказать, решим этот вопрос, да. Да. Три вопроса у меня. Желание какое было к Шойгу? А я специально это самое, я думал, забыли, так сказать, нет. Вот, ну, в общем, понимаете, что я ему доказал, я ему сделал, он как бы, вот, я говорю, а он почему понял, потому что я ему привел пример именно на Тывинской воде, потому что в Тыве есть несколько уникальных озер, которые с ледников тают, проходят через серебряные рудники, и дальше по 500 лет стоят линзы. Это уникальнейшее. В мире больше такой воды нет, чтобы родниковая вода, ледниковая, проходила через серебряные рудники и стояла потом 100, ну, там 100-200 лет линзами. Это уникальная вода. И я ему сказал, что когда мы эту воду будем возить под своим брендом, там, допустим, Кожугетыч и так далее, вот, он сразу понял. А желание у меня было одно. Я говорю, 29 лет он курировал это, хочу стать заместителем министра. Ну, была у меня такая карьерная это. Он говорит, хорошо, приходи завтра в Белый дом. Вот, я прихожу, мне приказ, это самое, выдают о назначении. Вот, я был 4 дня счастлив, то есть я считал, что все, карьера, все как бы удалось. Через 4 дня министерство ликвидировали. Вот, так сказать, вот, я прихожу, я говорю, Сергей Кожугетович, я говорю, ты когда подписывал приказ, знал, что министерство ликвидирует? Он говорит, конечно, знал. Вот, я говорю, а зачем? Он говорит, ну ты же счастливым был. Я же, во-первых, желание исполнил, во-вторых, ты был 4 дня самым счастливым человеком. Вот, я говорю, ну ладно, так сказать, как бы это на этом. Но тем не менее, он в моей карьере сыграл одну роль. Я с его подачи стал после этого большим налоговым генералом. То есть у меня звание, когда тут диктуют, у меня звание генерал-лейтенанта налоговой службы. Вот, так что все равно, как бы, эта вода. Не-не-не, это, друзья, это как бы там ни о чем. Просто эта вода, этот лед. Я это рассказываю, когда вопрос, потому что когда я это рассказывал 15 лет назад, на меня смотрели как на сумасшедшего. Сегодня. Многие не понимают, но с точки зрения здравого смысла, когда все люди в бутылках покупают воду и видят, сколько она стоит, и все видят, что это только дорожает, это очень серьезный продукт. А если вы там съездите в Эмираты или, ну, там, не знаю, в Саудовскую Аравию, вот в Эмиратах были недавно с этими шейхами опять эти безумные переговоры, и когда там видишь, сколько стоит бутылка воды, начинаешь понимать, что если сюда возить лед, а еще сколько они тратят, вот Саудовские Арабские Эмираты тратят 25% добываемой нефти на получение холода. А мы можем этот холод привезти природный, байкальский, без фреона, без инертных газов, без энергии, пожалуйста. Объяснить, как пользоваться природным холодом для кондиционирования зданий. Очень просто, наверху вы кладете, допустим, 50 тонн льда, 50 тонн льда это меньше этой комнаты. То есть вы кладете лед. Весь теплый воздух поднимается без затрат энергии, остывает, спускается без затрат энергии. Все, у вас экологически чистая система охлаждения. Без электричества и без фреона. Это представляете, сколько вы экономите электроэнергии. Ну и второй вопрос. Когда вы привозите домой, допустим, кубитейнер 20 килограмм льда и кладете его в холодильник, в верхний ящик, вот, он охлаждает все продукты, вы холодильник можете выдернуть из розетки, там будет холодно. Поэтому вы получите два продукта. С одной стороны будет бежать чистая питьевая вода, а с другой стороны у вас будут холодные продукты, но холодильник выдернут из розетки. Если вся Москва выдернет холодильники из розетки, то из 12 электростанций, которые стоят вокруг Москвы, две можно погасить. А это каждая из них примерно 6 миллионов тонн угля, которое сжигает. То есть вот это просто элементарные расчеты, которые можно делать, чтобы понять с точки зрения энергетики, что это такое. Еще третий вопрос был, да? Второй. А по поводу автолюбителей, если появятся струнные вот эти движения, то хочется же самому водить. Без вопросов. Сегодня кому-то хочется летать на самолете. Какие вопросы? Сел, полетел. Вот мне очень долгое время хотелось прыгать с парашютом. Я шел и прыгал. Точно так же, так сказать. Но это же не значит, что все, кто летают в самолете, сегодня берут с собой парашют. Поэтому вопрос такой, если вы хотите ездить на машине, есть специально отведенные для этого места, вы садитесь за руль, там в лесу, в тайге, в пустыне, еще где-то, ездите на машине в свое удовольствие. Но при этом там нет правил дорожного движения, вы не можете ни на кого наехать, и если вам повезет, вы не встретите регулярные войска Саудовской Аравии, они вас не расстреляют при этом по дороге, значит вы получите удовольствие. Вот и все. То есть этот вопрос, это сразу из сферы транспорта,
переходит в сферу досуга. В сферу... Я приведу такой пример, ну, просто пользуясь такими моментами, что в 1890 году Британская академия наук заказала исследование по будущему Лондона. То есть что будет с Лондоном? Сделали вывод, что 2 миллиона лошадей, весь Лондон покроется слоем в полтора слоя, это, метра навозов, экологическая катастрофа. В общем, надо там что-то делать, причем голод, потому что эти лошади еще сожрут все, что есть вокруг Лондона растет. Прошло 30 лет, ни одной лошади, метро, автомобили, все нормально, так сказать. Сейчас лошадь в Лондоне найти, но это надо поискать. Ну, там возле Букингемского дворца одна есть, точно сам видел, на ней гвардеец сидит в этой шапке. Вот. Это говорит о чем? Что технология изменила систему. То же самое. Сегодня они говорят другое, что сегодня по их прогнозам смог, пробки, проблемы, то есть, так сказать, это я могу сказать, через 15 лет в Лондоне автомобили будут либо в музеях, либо вот желающих, вот кто-то будет ездить. Все остальные будут ездить на втором уровне, не заморачиваясь на этот предмет, причем ты едешь, спокойно сидишь одновременно в интернете, и нет никаких проблем. Вот, вот и все. Это ответ по поводу того, где можно будет ездить на автомобиле. Так, еще вопросы, давайте. Что? Та площадка, которая сегодня, она 36 гектар, там три вещи отрабатываются. Первая отрабатывается, 3 километра, это погрузка 100 миллионов тонн. Вторая, это 2,5 километра, это городской системы, но она будет показывать один пролет в 300 метров. То есть это очень важно, потому что сегодня технологии легкого транспорта, все, которые делают, ну, допустим, наши конкуренты просто прямые, это Siemens, легкий трамвай, который сейчас в Москве толкает Transmash Holding. Так вот, соответственно, они говорят, 20 миллионов долларов, и мы решим все проблемы. Я им задаю один скромный вопрос. Ребята, а МКАД перейти? А канал имени Москвы? Ну, то есть вышел за Москву, надо перейти препятствие 300 метров. Это 300 метров надо построить мост, где на пролете будет 50 тонн, потому что подвижной состав 25-1, 25, 50 тонн. Представляете, что такое мост 300 метров пролетом, он будет стоить не 1 миллиард долларов. Соответственно, когда они говорят, что эта система 20 миллионов долларов, они лукавят. Мы сразу покажем на полигоне участок, где будет городская система, она будет входить, она будет проходить без удорожания 300 метров пролетом. Соответственно, это вторая часть. И третья часть, это... Будет строиться сначала первый километр, это уже скоростной системы, которая будет продлена дальше, там уже договоренность есть на 15 километров. Это скоростной системы, которая будет демонстрировать 500 километров в час. Но это следующим этапом. Потому что 500 километров в час демонстрировать, я говорю, сейчас очень сложный вопрос. Мы слышали, наверное, эту историю. Мы год назад пошли в Литву, просто я там дружу там с несколькими молодыми ребятами, мэрами городов, там вот Друскиненкая, Шауляя, там еще, так сказать. И вот нас позвали для того, чтобы мы стали строить там полигон. И мы стали показывать и показали проект о том, что мы покажем 500 километров в час с ценой 2 миллиона долларов за километр. А тут по стечению обстоятельств в 10 километрах проектируют Siemens трассу вот, на скорости всего 220 километров в час с ценой где-то около 50 миллионов евро. И, соответственно, когда встал вопрос, что тут рядом какие-то русские хотят показать технологию, которая в 60 раз дешевле, и при этом у них в прошлом году 2-3 аварии в Эстонии со смертельным исходом, то, естественно, они посуетились, и нам пришлось из Литвы уйти. Так что, ну, это громко. Что? Для полигона сколько денег? Ну, чтобы весь цикл испытаний закончить, вообще весь и подготовить, это надо около, где-то, около 300 миллионов евро. То есть это чтобы поэтапно. Но вот сейчас разработано, мы сейчас идем поэтапным таким образом. То есть в октябре следующего года будет продемонстрировано две технологии. Первая – это сыпучие грузы 100 миллионов тонн и городская система, которая позволит, ну то, что вот сегодня в названии – это воздушное метро. То есть то, что сегодня с пропускной способностью 150 тысяч пассажиров в час, которое при цене строительства не дороже миллиона долларов. То есть это вот то, что мы продемонстрируем в октябре. А здесь вот то, что мы еще обсудим, и то, что вот я с вами ну, там, в завершающие там, 40 минут хотел обсудить, мы хотим построить еще раньше более легкую систему. То есть мы сейчас нашли очень интересное решение, так называемое, вообще уйти из сферы транспорта, а показать сегодня сферу досуга, ну, допустим, легкий велосипед. И начать строить уже велосипеды. Но это я с вами дальше потом. Давайте. Вопрос, да. Электродвигатель. Сам такой, это мотор-колесо, то есть в самом колесе стоит электродвигатель.
А вот чем запитывать электродвигатель, это уже хотите ли аккумулятор, хотите дизель-генератор, хотите, то есть, ну, на сегодняшний момент самая такая система – это аккумуляторы, потому что сейчас в конструкторском бюро разрабатывается новый вид конденсаторных аккумуляторов, который позволяет очень быстро заряжаться и очень долго работают. Поэтому это сегодня, ну, наиболее перспективное направление. А двигатель стоит в самом колесе. Размером, чтобы было понятно, ну, прям могу показать, это 15, ну, где-то 15 сантиметров в диаметре и 8 сантиметров толщиной. Это вот такой вот электродвигатель. Он мощность развивает до 150 киловатт. Ну, чтобы было понятно, это мощность примерно машины Toyota, Toyota Camry. Вот, то есть если 4 колеса, 4 таких электродвигателя, это 600 киловатт. Это уже мощность двигателя, ну, хорошего Мерседеса, мощного. И это как раз, вот, когда мы считали первые проекты, у нас скоростной транспорт считался где-то на 50 километров трассы, чтобы разогнаться и остановиться. Как только перешли на мотор-колесо, снизили до 15 километров, потому что это достаточно, чтобы разогнаться до 500 километров, дать крейсерскую скорость и затормозить. При этом этот же электродвигатель еще и работает как, ну, как генератор. То есть это, поэтому встал второй вопрос технический, но я тоже коснусь, что выработка огромное количество энергии, как ее сразу аккумулировать? Потому что отдать-то энергию нет проблем, а когда она начинает обратно возвращаться, ее надо принять. И пришлось сейчас ставить вот эти вот конденсаторные аккумуляторы, которые могут заряжаться там, ну, за 2-3 секунды. А это тоже довольно-таки новое направление. Вот видите, тут какая красота рисуется. Так, давайте еще. Ага. Ну, смотрите, сейчас сразу скажу, предварительные договоренности есть очень много, то есть уже с кем только не проговаривали, но транспорт – это очень консервативная, очень сложная отрасль, она связана с безопасностью людей. Поэтому, когда говоришь там с транспортником и там с любым мэром, с любым это, как только безопасность касается, все, это значит испытания, это значит сертификация, и только после этого можно разговаривать о уже конкретном проекте, о таком. Поэтому мы в октябре следующего года делаем демонстрацию, сертификацию, значит, соответственно, будем выходить на проект. То, что мы, но это не значит, что эти мы сейчас полтора года будем сидеть и ждать. Мы как раз вот сегодня у нас в Лондоне идут переговоры, и наши ребята заключают договора с мэром Лондона на строительство первых трасс, но мы пошли другим путем. Мы, как говорится, мы пошли не через транспорт. Мы говорим, ребята, и, соответственно, конкуренцию, вот нам Siemens там сейчас объявил, Samsung начали уже как бы там, потом ТЖД на нас криво смотрят, потому что, вот, ну, китайцы уже, так сказать, мы влезли с проектом Екатеринбург-Челябинск с альтернативой. Мы туда приехали, нам говорят, ребята, не произносите вслух такие слова, потому что уже все, уже китайцы, банки уже кредиты выдают, уже народ их делит и землю выделяют, то есть уйдите со своим скоростным транспортом. Вот, поэтому мы пошли по городскому велосипеду. Мы говорим, ребята, а давайте мы сделаем сейчас легкую трассу, прогулочную, закрытый модуль, крутишь, я вам покажу потом, как это выглядит. Ну или вы посмотрите на наших сайтах, там все. Маленький закрытый велосипед, вы крутите педали и со скоростью 140 км в час передвигаетесь по городу. Вот. При этом силы для того, чтобы обычного человека крутить, вполне достаточно, чтобы ехать там со скоростью там 80 км в час. А так как схема идет, что вы не напрямую крутите велосипед, и он идет на привод, а вы вырабатываете электроэнергию, он заряжает аккумулятор, а аккумулятор двигает мотор-колесо. То есть, в принципе, крутите вы или не крутите, зависит от того, платите вы за электроэнергию или не платите. Вот и все. Поэтому мы сейчас планируем и проектируем для Лондона, мы предложили именно легкий прогулочно-туристический транспорт. И это даже не транспорт, а система. Мы говорим, ребята, давайте мы один фонарный столб и 5 сантиметров трассы, 5 сантиметров. На нее вешаем наш веломобиль, велокар, как мы его назвали, и начинаем кататься по Лондону. Почему пошли к мэру Лондона? Он заядлый велосипедист, он на работу ездит на велосипеде. И даже мэр, который едет с охраной, это умудрился попасть под машину. Вот. Поэтому, когда мы ему говорим, ребята, повесим, никаких проблем, круглогодично, с кондиционером, с отоплением, то есть и тепло, и это самое, и давайте. А второй вопрос, который мы им сразу предложили, если мы делаем такую трассу и вешаем вагончик на 4 человека, то, соответственно, вы можете уже ездить и по Лондону смотреть, очень комфортно, а что такое кабина, 4 человека, стол, значит, вы захотели пообедать, нажали на кнопку, вам открылась дверь, ваш заказ положили на стол, вы еще едете, обедаете, смотря при этом на Лондон. А если вот как у меня моя жена, допустим, если она приехала в Лондон и что-нибудь не купила,
Вот для нее все это сам. Поэтому мы с детьми можем в окно смотреть, а она может, допустим, покупки выбирать. Потом на кнопку нажал, все это сразу привезли. То есть таким образом мы создали концепцию, как мы ее назвали, Skypark. То есть это объединение сразу велосипедной, то есть фитнес-направления, туристического, дальше ресторанного бизнеса и шопинга. И вот мы сейчас рассчитали бизнес-план. Вот вчера, кстати, вот ребята, которые были, инвестиция меньше 50 миллионов долларов, эффективность бизнеса 500 миллионов фунтов в год. Представляете, прирост капитала 1 к 10. Таких проектов сегодня нет. У нас уже выстраивается очередь из инвесторов, которые хотят профинансировать этот проект. Вот. И вот моя одна из задач, вот мы с ребятами будем обсуждать, наша задача за сегодня придумать проект в Красноярске и сказать, что давайте сделаем парковую зону. Вот, мы это, вот сейчас мы сделали такой проект для Санкт-Петербурга, назвали его «Северная жемчужина». Просто все в Санкт-Петербурге там, ну опять же сейчас, все звезды как-то сходятся. Вот, там губернатор меняется, Полтавченко болеет, уходит, на его место приходит новый там парень, это самый Игорь Албин. Вот. А я с его помощником, он наш акционер, мы уже год общаемся в Санкт-Петербурге, все, и вот он мне звонит, говорит, давай проект делай для Санкт-Петербурга, мой шеф будет губернатором там. Вот, я говорю, ну ладно, дойдут очередь. Мы уже сходили с одним адресным проектом в Санкт-Петербурге, не получилось. Вот, а потом говорю, слушай, ну давай, шеф уже требует, он, тем более он сказал, что ты ему должен этот проект дать. Я говорю, слушай, а кто твой шеф? Он говорит, Игорь Албин. Ну я набираю в интернете, говорю, кто такой Игорь Албин? А оказывается, это Игорь Слюняев, который там министр был. Ну, в общем, мы, оказывается, знакомы больше 20 лет. Я говорю, все, сейчас мы ему это, сделали проект, назвали ее «Северная жемчужина», и теперь это новое, то есть если как бы говорить уже нашим языком с проекта, мы дали новую концепцию для всего туризма Санкт-Петербурга. И мы можем сегодня реально построить систему, которая будет обслуживать примерно 100-150 тысяч туристов в день. И, соответственно, это доходность, это новое. А сегодня в Санкт-Петербурге основная проблема. Вот они приехали на кораблях все в порт, а дальше пробки выехать невозможно. И это сегодня основная проблема Санкт-Петербурга. Вот, так вот, как мы только вынесем на второй уровень и запускаем эту систему, то это... Ну и второй вопрос, что то, что мы создали, финансировать ее будем через народное финансирование. То есть мы сразу вот народный проект, народное финансирование, народный губернатор. В общем, все, пока все довольны. Вот, так что... И давайте вот сейчас, если мы к этому вернулись, вот наша задача это сейчас такой же проект придумать в Красноярске, то есть выбрать парк, выбрать зону и сделать, это действительно будет новая жемчужина, это новая там, интересная вещь, таких парков пока нигде нету. Давайте в следующем году, там мы, допустим, в мае, июне, июле можем это построить уже. То есть это... Что? А, да. То есть это как раз и будет, что показать будет, показать, там, ну, то есть это экологический транспорт, это экологическая система инновационная. А показать это в парке, то есть именно как аттракцион, то есть он не требует сертификации, как транспорт, это просто американские горки или скайвеевские горки. Вот, каждый платит билет, крутит педали и катается, так сказать. Вот, тем более, что, опять же, волею судеб, так сказать, с вашим губернатором, я знаком тоже лет 20 уже, так что это самое, да. Что еще раз? Ну, с предыдущим губернатором были очень хорошие, я ему показывал этот проект, так сказать, это самое все. Ну, сейчас об этом вспоминать уже, так сказать, это сейчас новый губернатор. Вот. В принципе, так как он из одной же команды, из Толоконского, так сказать, поэтому, в принципе, если будем договариваться здесь, то и там можно предложить. Но пока еще не обсуждали, то есть пока... В принципе, наш подход такой. Такой проект Skyparka, как мы называем вот эту систему, это должна быть изюминка каждого города. То есть вот мы сейчас ведем переговоры, вот мне пальцев не хватит на руках, вот уже в Лондоне уже выходим на подписание, сейчас такие же идут в Риме, в Милане, в Иерусалиме. В общем, мы концепцию закинули, у нас очень много наших людей, которые с этим проектом пошли по разным мэриям, потому что с проектом транспорта идти тяжело, потому что транспорт – это сразу конкуренция, транспорт – это сразу противодействие. А как только мы приходим, говорят, ребята, а к велосипедам есть претензии, давайте делать велосипед. А второй вопрос, а когда это туризм? Вот, а Юницкий же сразу хитро закладывает. Он говорит, ребята, вот мы вам будем показывать велосипед, но в принципе по этой же дороге сразу повесим 12-местный модуль. А 12-местный – это уже маршрутное такси. И пропускная способность одной трассы – 40 тысяч человек. То есть это как бы велосипед. Но в принципе мы можем и ездить, но пока мы про ездить не говорим. Это, знаете, с чем можно сравнить? Тоже для понимания, мы это назвали стратегией Джобса. То есть Джобс у нас гениальный маркетолог.
Вот, так вот, в чем интерес Джобса? Ну, то есть, как это сам, что создатели iPad, которые пришли, они пришли сначала не к Джобсу, они пришли сначала к Деллу. Николас Делл, это легендарная тоже личность, там создал крупнейшую на тот момент компанию Dell. Вот, и они предложили ему iPad. Он увидел, что iPad это и не до ноутбук, и в то же время не на ладонник. Он не увидел в этом перспективы. И он их послал. Они пришли к Джобсу, Джобс посмотрел, свои мозги включил. И на рынок стал выводить не iPad и даже не iPhone. Помните, была такая машинка, iPod называется. Это маленькая мультимедийная система, которая работала с файлами, фотографировала, проигрывала, там очень удобная. И он за 3 года продал 75 миллионов таких машинок. Самое главное, что он туда ввел, это операционную систему OS. То есть, когда одним пальцем можно очень легко это. А потом задал один вопрос. Говорит, ребята, а хотите у вас в эту машинку придет интернет и придет мобильная связь? И все в одно. Это 2000 год. Ну помните, чем ответил рынок, да? Недельные очереди были на iPhone. Он сразу взорвал рынок, вот, и фактически стал лидером. И только после этого он вывел iPad, после этого мини-iPad, параллельно сделал MacBook, и результат 750 миллиардов долларов капитализация компании, лидер на рынке. А Dell, как был 43 миллиарда, так 43 миллиарда и остался. И сегодня, если вы интервью почитаете, при слове iPad и Jobs, он начинает сразу кусать себе локти. Это стратегия. Так вот, если говорить об этом, мы сегодня то же самое. Мы входим сегодня не с транспортом, то есть мы сегодня не можем прийти к Толоконскому и сказать, Виктор Александрович, мы хотим тебе тут транспорт построить. Он сразу говорит, молодец, я тебя хорошо знаю, давай к начальнику транспортного цеха. Вот. А начальник транспортного цеха будет говорить, сертификация, безопасность, испытания. Когда ты говоришь, у вас это будет? Через 2 года? Вот через 2 года и приходи. До этого разговор все закончен. Поэтому сейчас мы говорим, что а давайте в парке сделаем прогулочную трассу. Люди будут крутить велосипеды круглогодично. Вот вы мне скажите, как можно у вас в Красноярске зимой покататься на велосипеде? Зимние покрышки. Что? Зимние покрышки сшибают. Нет, ну в принципе 1-2 я тоже... Что? Километр трассы будет. Где-то около 100 тысяч долларов за километр. То есть со всей инфраструктурой, со всем. То есть это, более того, мы вот сейчас для Челябинска рассчитали первый проект. Он окупается просто вот за билеты, кто ездит, ну за, там, за полгода, ну максимум там год окупаемый. Это просто трасса та, которая будет работать как аттракцион. А задача это сразу сделать это как скайпарк, то есть чтобы это была и зона развлечений, и туризма. Все, потому что туризм, и вот мы когда в Лондоне говорили, просто, ну, если так уже разговор зашел, почему мы там действительно зацепили и показали. Мы показали концепцию туризма, которая будет отличаться радикально от того, что сегодня есть. Потому что когда вы едете в закрытом модуле, он включен в сеть в интернет, потому что у нас в рельсе сразу зашито оптиковолокно, поэтому скорость интернета не ограничена. И вы заказываете все через смартфон, соответственно, вы находясь, вы находитесь в системе интернет. Значит, вы сразу же включаете, вам показывают. То есть вы смотрите в окно, вам проектор показывает, как выглядел Лондон год назад, 10 лет назад, 100, 500, 1000 лет назад. И, соответственно, вот эта дополненная реальность, она сразу входит в каждый модуль. И, соответственно, на любом языке такой услуги сегодня не может предоставить никто. Понимаете, да? И когда мы начали показывать, что... А сегодня у них транспортная индустрия заперта в Лондоне. А мы говорим, ребята, 150 тысяч человек, мы дополнительно... Делаем на это. Ну а когда уже сказали про рестораны, там, про все остальное, то есть это выходит просто на другой уровень. Поэтому мы им дали сегодня услугу, которая нужна. И задача наша сейчас то же самое. Вот к универсиаде, к прогулочному парку, то есть выбрать парковую зону, где можно будет сделать такой парк, мы называем скайпарк, и соответственно в Красноярске начать реализовывать. И вот как раз под это запускать народное финансирование, когда уже говорят, что ребята, а хотите стать совладельцем вот, этой, вот этого проекта скайпарка в Красноярске. Я думаю, что желающих будет более чем достаточно. Вот поэтому давайте вот результат нашей конференции, это должен быть вот такой проект. Ну хотя бы мы, скажем так, инициируем эту задачу. Леша Суходоев за это отвечает. Инициируем проект, а дальше у нас есть четкая логика. Мы создаем компанию, учредителем которой входит наш фонд и Юницкий. И дальше эта компания начинает продавать доли уже непосредственно конкретного проекта. С бизнес-планом, с окупаемостью, со всеми расчетами там и так далее. А первый образец, допустим, вот мы можем договориться и сказать, что Виктор Александрович, мы вам образец апреля следующего года поставим вот где скажете. Вот скажите вот здесь поставить, мы здесь поставим.
Ну, это компания будет заниматься с мэрией, конечно. То есть мэрия должна сказать, ну вот постройте здесь. Вот, то есть с их стороны согласование должно быть, конечно, и разрешение на строительство. Но это разрешение на строительство не транспортной системы, а разрешение на строительство аттракциона. Понимаете, да, чем разница между аттракционом и... Потому что... Но если надо что он делает, то там может 12 человек не нужно. Что? Это наш такой хитрый ход, когда мы говорим, ребята, мы будем вас катать прогулочный, но в принципе здесь по этой же трассе может ездить и 12-местный. Вот и все. То есть это и опора, и все выдержит. То есть это сразу, понятно, следующая задача. Вот мы в Лондоне сейчас договор заключаем всего на 10 километров. Но я могу поспорить, я могу поставить все, что как только мы первые 10 километров делаем, заявка дальше будет на все 500. Потому что каждый захочет, чтобы это прошло мимо его ресторана, мимо его парка. И когда сеть такая будет строиться, а следующий момент, понятно, что дальше будет. Будут сказать, ребята, вот вы делаете в Лондон такую сеть, а можно, чтобы на этом же модуле, допустим, поехать дальше, там, в Манчестер там, или еще что-нибудь. Мы говорим, да, конечно, можно. Там, что, ну, у нас, вы видите, там, какие проблемы. Это тоже посадочные станции, как вы хотите? Конечно, ну это проект все покажем, естественно. Причем посадочные станции, ну видите, я просто про это хотел чуть попозже поговорить. Посадочные станции, они тоже с точки зрения инженерного решения у Юницкого уникальны, потому что напряжение в рельсах это 200-300 тонн, и поэтому трассы можно ставить, на земле она будет занимать всего 2 квадратных метра, а наверху около 25-30. То есть это станция, которая находится над землей за счет напряжения. И вот мы сейчас в Лондоне, мы же тоже хитро, мы на 10 километров проектируем где-то около 20 таких станций. 20 станций по 50 квадратных метров, это получается 1000 квадратных метров в центре Лондона, в Хайд-парке. Вот вам кто-нибудь сейчас разрешит построить, допустим, ресторан в центре Лондона, в Хайд-парке, это огромное количество людей. А мы в этих станциях можем делать все, что хотим, это наша инфраструктура. Вот. И самое главное, мы на земле не стоим. У нас все в небесах. Так, давайте еще вопросы. Ага. Так, какой акционерный? Ну, смотрите, здесь когда производится... Сейчас потребительское общество, да, то есть мы доходим. То есть понимаете, да, что венчурный проект и вообще наши взаимоотношения сейчас, что мы фактически покупаем обязательства Юницкого, то есть который капитализирует интеллектуальную собственность, и мы, внося деньги, становимся инвесторами в проект. И он это учитывает. Фонд это делает, там Skyway Capital, Skyway Invest Group, например, разницы нет никакой. Это весь вопрос обязательства. Дальше мы юридически, вот в прошлом году мы обещали всем, что мы из ЛТД перейдем в PLC в Лондоне. Вот. И мы настолько там как бы далеко этих англичан как бы там нагнули, очень долго их нагинали, то есть вносили в уставной капитал 400 миллиардов, там, еще. В итоге они нам каким образом обратно отыграли. Они говорят, хорошо, мы внесли, все, учли, интеллектуальную собственность, все. Акции реализовали по закону. За какую цену вы реализовали, нас не интересует. Номинал написан, все, 15% налог с этой суммы. Вот, и в итоге мы в прошлом году так скромно, как компания, вышли где-то на 250 миллионов фунтов налогов. Вот. Мы говорим, ну в принципе у нас же таких денег, говорит, а нас это не волнует. Собственность продали. Давайте. И нам пришлось реорганизовать эту компанию, вот, вынести ее из Лондона, зарегистрировали в BVI. И сейчас акционерное общество, которое есть, вот, это, оно зарегистрировано на BVI, то есть это британские Вирджинские острова. Вот. Но это смысл, как бы, где она, в какой юрисдикции, нет никакой. Самое главное, что наняли компанию, которая ведет реестр. И каждый, кто покупает обязательство, Юницкий говорит, я максимум, что могу сделать, это ваше обязательство внести в реестр, и этот реестр несет реестродержатель. Потому что основную ответственность, которую несет Юницкий, ну и мы все как директора, заключается в том, что мы начинаем строить, мы получаем прибыль, и соответственно с реестром начинаем платить дивиденды. Вот о чем мы говорим. И эта система сейчас отстроена. Вот. Как она будет работать, понимаете, ну, наверное, этого не знает никто. Потому что, я говорю, у нас была надежда и очень серьезно возлагали, что мы сделаем в Литве компанию европейской юрисдикции и сделаем через нее. Но, понимаете, когда в Шауляй, где мы там с депутатами, у нас просто отличные отношения, приехал премьер-министр и потребовал расторгнуть договор, ну, я говорю, это для нас это был просто шоком, понимаете? Да? А вы видите, как она работает? Там же вроде человек 30 лет, ее зарплата практически. Плохо слышно, громче. 30 года там человек что-то разрабатывает. 36, да. 36 лет, да.
Нет, ну тут есть вопрос. Интернет, он разработан для кого? Интернет? Человек ученый, который решил. Нет, он вообще сам родился в Беларуси, жил в Казахстане, сейчас живет в Минске. То есть есть вопрос. Нет, то, что мы сегодня делаем, я как раз начинал с того, что это технология, которая входит в мир. И сегодня сложилось так, что весь мир будет развиваться по тому направлению, которое мы сейчас задаем. Они еще в это не верят, вот, но это надо признать. Поэтому то, что мы сейчас делаем, и опять же... Теоретически это все расписано, создает проблему уже на Западе. Нет, тут не то, что расписано. Вот сегодня то, что делается в Марьиной горке, как раз создается технология. То есть одно дело... Это Белоруссия, полигон, где это где строится. Это просто дома. Ну, это, так сказать, не, я понимаю, что человек, который первый раз, так сказать, это, мы поговорим, я дам что почитать, то есть надо сначала почитать, посмотреть, потому что то, что мы сейчас говорим, это довольно-таки сложная вещь для понимания. И с первого раза, когда человек говорит, мне все понятно или мне ничего не понятно, здесь вопрос, так сказать, для новичков лучше вопрос посидеть, послушать. Вот, а еще лучше почитать. Вот, но мы сейчас сталкиваемся с тем, что это действительно, что вообще мало кто-либо что читает. Вот я со своими банкирами общаюсь, я им говорю, что, ребята, я вам буду каждый там, месяц скидывать новые там, материалы и так далее. Не читают ничего. Максимум, что вот мы сейчас делаем, смотрят репортажи. То есть вот сегодня уже все привыкли. Почему? Заметили, что мы перешли в логику доведения информации репортажей. То есть когда, потому что люди настолько привыкли к телевизору, что даже не читают материалы, которые сбрасываем. То есть, а уж если говорят, иди почитай книжку «100 вопросов, 100 ответов», ну, я не знаю, ее вообще, то есть, я даже не буду спрашивать, кто из вас открывал или читал эту книжку. Ну, вот видите, вот один, наверное, да? То есть я специально не задаю, потому что это такой вопрос. А вот с точки зрения репортажа в доведении информации сейчас уже, так сказать, как бы это. Так, давайте еще вопросы. О, да? Не-не-не, на словах идти к мэру можно только с готовым бизнес-планом сделать. Вот мы как раз, мы сейчас делаем шаблоны, мы делаем все, так сказать, и можно будет потом, абсолютно можно будет, то есть мы сейчас доводим до какой стадии, стандартный шаблон, вы просто берете, подставляете город, подставляете километры, берете карту, которая нужна там в это, и делаете, так сказать. Да. Ну, у нас весь Сибирь и Дальний Восток в такой ситуации. Да. Можно? Ну, в принципе, я думаю, что мы к таким задачам подойдем. Более того, я вам еще такой секрет разработаю, что мы готовы. Вот мы сейчас в Литве делаем проект с мэром Друскиненкая. И делаем пролет тоже 300 метров, чтобы мы тоже покажем велосипед. Ну, велосипед, который проходит одним пролетом 300 метров. И второй момент, который мы там делаем, мы там будем участочек один делать прямой, где этот велосипед будет разгоняться до скорости 300 км в час. И мы как бы так это, велосипед, но 300 км в час. А вообще есть мысль устроить соревнования между, допустим, Тесла, Феррари, Бугатти и нашим веломобилем. Вот. И что-то мне подсказывает, что наш веломобиль обгонит. Почему? Нет, это будет веломобиль. То есть, как он? Да, то есть там другое дело, что аккумулятор можно, допустим, 3 часа заряжать, крутя педали, а потом на кнопку нажал и за 3 секунды Бугатти обогнал. Но все же честно, правильно? Энергия только человека, никакой лишней, Бугатти обогнали, правильно? Поэтому мы там хотим еще тоже такой хитрый. А это делается для чего? Мы покажем возможности технологии, что первое, мы проходим пролеты по 300-500 метров. И второе, что это не такая безобидная игрушка с точки зрения скорости, что если веломобиль, то есть вдумайтесь, если у русских веломобиль обгоняет Бугатти и делает 300 км в час, то что же будет, когда будет вот такая серьезная, как бы это. Но это опять, это тоже наша вот такая стратегия входа, которую мы сейчас, никого не раздражая, ничего делая, просто как бы определенные вещи на облегченной модели транспорта. Потому что, вот смотрите, что сегодня, вы видели, да, репортажи, где на прошлой неделе показали модель 1 к 10. То есть видели, да, что
уже. Так вот, один для нас это модель для 10, а для, допустим, для моего кота это уже транспорт. То есть он, в принципе, уже на нем может ездить. Сейчас делается модель у Юницкого 1 к 5. То есть это уже 2 метра в длину. Это модель городского транспорта, а для нас, для облегченного, это уже 1 к 1. То есть это уже прототип. И этот прототип будет уже в этом году, где-то в декабре месяце. То есть, в принципе, мы уже в декабре можем показывать прототип. Вот. И, соответственно, даже на этом прототипе наша задача сейчас запустить бизнес. Начать делать его как проекты. Он уже построен у нас. Кто? Отлично, значит, мы уже не первые, значит, мы уже вторые. Значит, просто мы можем там поконкурировать с точки зрения цены, с точки зрения окупаемости, с точки Нет, стальных тросов это фуникулер. То есть вид транспорта есть не... Что? Допустим, как в Сингапуре, на острове Сентоза. Нет, давайте, я все-таки очень глубоко в этой теме, поэтому все надо классифицировать. Сегодня по видам балки и по видам подвижного состава можно сделать только одно. Есть либо движущееся средство, которое идет по балке или по рельсу, и второе, которое идет по канату. По канату это фуникулер не обсуждаем, потому что это даже не конкурент. Вот. А с точки зрения, он даже не конкурент. То есть что сравнивать сейчас с системой, которая не выполняет тех функций, которые мы ей задаем. И второе. Что? Длина ограничена. Во-первых, длина, во-вторых, вам сказать, мощность двигателей, которые есть, пролеты, все. То есть он с точки зрения затрат у него не на порядок, а на два порядка дороже, чем у нас. Поэтому что обсуждать три средства, которые в эксплуатации в 200 раз дороже? Наверное, неинтересно. Поэтому фуникулер мы даже не обсуждаем. А с точки зрения балки есть только две технологии, которые это либо монорельс, балка, которая сегодня, либо технология немецкая H-бан. Все, ну, H-бан это отдельная тема, то есть ее можно рассматривать, не рассматривать. Они 50 лет ее строят, построили 200 километров. У нас один олигарх в Москве хочет эту технологию затащить и говорит, я построю 1000 километров в России. Я ему задаю вопрос, если немцы за 50 лет построили только 200 километров и больше не строят, значит, наверное, в этом есть причина? А почему ты считаешь, что у нас немецкий H-бан, который 50 лет назад сделали, сейчас будет почему-то приносить прибыль? Ну, но это все равно, что сказать, что и дирижабль. Они уже 100 лет не строят, а мы еще раз построим. Нет, ничего подобного в мире нигде нет. Нет, давайте. Это, кстати, один из проблем, что говорит, что... Японцы глупее нас и еще ничего не сделали. Да, можно сказать, что-то где-то появляется в первый раз. Более того, я могу сказать, что России есть что показать с точки зрения первого. У нас был Циолковский. А скоростные поезда? Так, молодой человек, ну при чем здесь скоростные поезда? Ну сначала нужно было приходить. Ладно, ладно, давайте. Я сейчас... Так, все, друзья. Нет, просто скоростные поезда это совсем другая технология. Ее даже не интересно рассматривать, потому что, еще раз, она... Скоростные поезда, которые сегодня приближаются к 300 км в час, их цена сегодня заходит за 100 миллионов долларов за километр. Дешевле не строит никто. Ни китайцы, ни ТЖД. Более того, приведу такую цифру. Китайцы строят сейчас новую скоростную дорогу между, это специально для вас, молодой человек, китайцы строят сейчас скоростную дорогу между Шанхаем и Пекином, 1100 километров скоростной дороги. Сегодня там есть скоростная дорога, которая ходит со скоростью 350 километров в час. Они строят новую дорогу со скоростью 380 километров в час. Так вот, только разница, не цена дороги, а только разница между одной и другой 100 миллиардов долларов. Просто я объясняю, что такое. Так вот, ради этих 30 километров китайцы тратят 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить скорость между Пекином и Шанхаем на 30 километров. Поэтому у них цена приближается уже к 150 миллионам долларов за километр. Поэтому мы сейчас говорим, а мы обсуждаем транспорт, который дает 500 километров в час, и цена не 150, а 2. Можно сравнивать два эти показателя, нет? Еще раз говорю, можно сравнивать два эти показателя? Все.
Тогда все вопросы, почему то или не другое, я говорю, потому что это в 200 раз дешевле и строительство, и эксплуатация. Вот и все. И поэтому они нас не любят. То есть, так сказать. Что? Еще раз. Через сколько лет? У нас таких сроков нет. Если вы сказали, через сколько месяцев, тогда да. Так вот, наша задача, любой первый адресный проект, который пойдет, он уже будет приносить дивиденды. Пускай это будут копеечные. Лондонский проект, который начнет делать, он уже даст дивиденды. Наша задача, когда будет таких проектов сотни, и когда они будут не по 10 километров, а по 200, то это будет очень серьезный дивиденд. И вообще, ну, это как бы моя такая задумка. Тут я очень, ну, абсолютно, скажем так, аккуратно пока говорю, но я и Юницкому это сейчас довожу, что проект легкого транспорта, я думаю, что в мае месяце, когда у нас пойдет взрывной, ну, то есть как только мы в одном парке покажем, и он заработает, у нас заказы будут сотнями по городам. И эти заказы, они нам закроют вход в корневую технологию. То есть прибыль позволит финансировать основную технологию. Поэтому я очень аккуратно, но я надеюсь, что в мае следующего года мы закроем вход. А что такое закрыть вход? Надо объяснять вам, что это такое, нет? Как только вход закроем, все, с этого момента можно сесть и только включить счетчик, смотреть, как мы с вами зарабатываем. Поэтому, опять же, я этого не обещаю. Сам вопрос очень хороший. Я считаю, что это и вопрос, и ответ. Так, давай еще вопрос, да. То есть получается, если сейчас я покупаю акции, я пока ничего не получаю, правильно? В смысле? Ну, дивиденды. Не, а как может быть? Это венчурный проект. Мы сразу говорим, что, друзья, вы сейчас становитесь инвесторами венчурного проекта. Венчурный – это высокорисковый. Более того, я могу сказать, что вот если такое произойдет, как в Литве, допустим, завтра в Белоруссии, то в принципе теоретически такая возможность есть. Потому что что произойдет с батькой после выборов, а у него там когда 11-го выборы, то есть, сегодня у него выборы. Да, нет, это одно будет, просто что дальше произойдет с его там мозгами, с его, потому что я сейчас в Белоруссию приезжаю, я, честно говоря, не понимаю, что там происходит. Тут весь вопрос, тут очень сложный вопрос. Мы как раз из России ушли сначала в Литву, а потом в Белоруссию. Потому что в России мы построили, вот как говорил, с подачи Александра Ивановича Лебедя. Потом делали, потом попросили поддержки у президента страны. Я ему лично докладывал, так сказать, там еще губернатор Ульяновской области Сергей Морозов тоже. Вот, президент страны выразил общую поддержку, выделил деньги, 1 000 000 000 000 рублей, и потом спилили полигон за одну ночь. Поэтому у нас просто страна очень такая сложная, опасно просить помощи. Поэтому мы пошли по какому пути, что сейчас делаем в Белоруссии, а дальше вопрос вот сейчас, как только мы запустим вот эти парки, к следующему году, к лету не будет разницы в какой стране, потому что мы будем сразу в десятки стран строить одновременно. Поэтому какая разница, где полигон? Ну, вообще это даже русский проект. Как, что? Русский проект. Ну, пока мы его называем, потому что мы все русские, поэтому пока мы его называем русский проект. Но Сергей Брин тоже русский, в принципе. И создатель всех вертолетов Сикорский тоже русский. Я говорю, русский. Что? Да, давайте это сам. Так, да. Продолжим вопрос. Дело в том, что в 6-м технологическом укладе сейчас логика вообще производства настолько меняется, что сейчас нету разницы, где стоит станок, который производит. Самое главное – это интеллектуальная собственность, которая даст заказ. Более того, любой самолет, допустим, Boeing сегодня, у него порядка, ну вот любой, 747-й, у него около 18 миллионов комплектующих. В среднем где-то из 90 стран поставщики. Поэтому основное – это надо иметь чертежи и распределенный заказ. Поэтому сегодня промышленность, которая может изготовить вот во всем мире, она вот, в России, я могу сказать, сегодня она наименее подготовлена, потому что у нас технологически устаревшее производство, и перейти в новый очень... Но это не недостаток. Я приведу такой пример, как сразу проходил переход из одного в другое. То есть Boeing, известный, я тоже произнес, вы знаете, что Boeing был руководителем лесопилки, то есть производством в мебельной фабрике. Он производил табуретку. Но как только он увидел, что на этой же фабрике, с этими же людьми, из этого же сырья можно делать не табуретку, а самолет,
то он сразу стал выпускать самолеты. Но, как вы понимаете, по качеству и по цене табуретка и самолет – это разные вещи. А делают те же люди из тех же материалов, но им нужны другие чертежи. Так вот, самое ценное в этом производстве – это чертежи. Так вот, то, что сегодня Юницкий создает, это самое ценное. А дальше, где это будет производиться, сегодня разницы нет, это тендер объявляется, заказывается. Другое дело, что ключевые вещи надо оставлять за собой. То есть это сборка, это сертификация. И самое главное, что Юницкий делает абсолютно правильно, это стандартизация. То есть те стандарты, которые мы сейчас будем задавать, кто следующий. То есть фактически сейчас началась гонка на лидера. Вот кто первый встанет, кто первый сделает, как Джобс. Джобс задал стандарт, а все потом вынуждены были под него подстраиваться. Samsung делает свое, потом начинает судиться. То же самое здесь. Сейчас мы задаем стандарт, потом все, которые пойдут в этом направлении, они будут вынуждены его повторять. Почему? Потому что оптимальные инженерные решения. И надо либо выдавать на рынок неоптимальное решение, а если неоптимальное решение, кому оно нужно? То есть люди же не глупы, если вы будете видеть два электромобиля, один хороший, другой плохой. То зачем вам спрашивается плохой, когда можно ездить на хорошем? Значит, соответственно, все должны будут выдавать оптимальные решения. А оптимальные решения их надо придумать. И вот тут я могу сказать, а что придумать, надо быть Юницким. Поэтому здесь я могу сказать, что Юницкий – это гениальный инженер. То есть я с ним вот 15 лет, и у меня очень сложные с ним отношения с точки зрения там, человеческих и личных, и потому что ну, он гений, а гении – они очень непростые люди, поэтому у меня с ним ну, периодически там, такие отношения возникают. Сейчас, вот, наоборот, самый такой расцвет. То есть, но буквально еще год назад у нас с ним было очень... А? Вот, но еще год назад были сложные отношения. Так вот, но с точки зрения инженерии, когда он выдал решение для легкого транспорта в виде вот этих поворотных лап, вот эти вот, когда мы сегодня можем в любом центре Лондона делать недвижимость, которая сегодня нигде не учтена, и нам не нужна земля от мэрии, это, конечно, уникальная вещь. Ну и дальше вот этот велокар, веломобиль, то есть те решения, которые он сейчас выдает, и как это... Это, ну, вот, ну и, соответственно, скорости 140 км в час. То есть, представляете, да, до мускульной силы одного человека, причем среднего, это не чемпиона мира, а среднего, скорость средняя 100 км при чуть усиленной 140 км в час. Это прямолинейный или поворотный? Нет, естественно, повороты, скорость надо сбрасывать. Но опять же, это все автоматика будет управлять. Естественно, чтобы сделать скорость при повороте 140 км поворот, это, соответственно, да, там, начиная другая физика. А потом, зачем для города такие скорости? То есть это мы просто сейчас уже 140 мы даем, это мы уже хулиганим. То есть мы когда показываем, что, ребята, вот вам веломобиль, это мы в Друскиненкае будем делать. Вот вам переход через Неман 300 метров без удорожания. И вот вам еще там хотите разогнаться 140 километров. Но это, еще раз говорю, это для того, чтобы продемонстрировать возможности технологии. Да, про землю, да, давай, давайте. Так, у нас как по времени? Можно два вопроса, не буду больше мучить вас. Так, да. Жак, круговой маршрут или как? Да, вот сейчас первый это круговые, а потом это должна быть сеть. То есть вот для Лондона мы сейчас делаем сеть где-то километр на километр. С Жаком Фреско вы встречались, потому что тема общая. Нет, я лично с Жаком не встречался. Готовили его приезд в Санкт-Петербург, готовили наши активные директора. Это Лариса Артамонова и Ирина Волкова. Да, 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 так сказать. И сегодня, ну, в курсе, да, и Лариса, и Ирина, они наши активные директора, это наш. И мы как раз вот на теме, что там Сергей Семенов, и он как раз увязал после этой конференции, он предложил сегодня технологию MLM, народного финансирования, для продвижения проекта. И вообще все началось вот с этого молодого парня, Сереги Семенова, который пришел к Юницкому и сказал, что ты ходишь, собираешь деньги, вот, ну, отлично, я говорю там, а мы перед этим только у нас произошла очередная история с очередным миллиардером. Они мне во как достали, так сказать, год я готовил сделку, все, так сказать, это он должен был проинвестировать 50 миллионов долларов, сели за стол, и вот уже когда подписывать, он начинает менять условия. Что, так сказать, все, Юницкий встает и уходит, он не разговаривает. Вот, и я понимаю, что все, эти миллиардеры, мы уже никуда с ними не придем. И тут приходит Серега Семенов, говорит, ребята, я был в МММ, у меня там это, я знаю, как вам собрать деньги. Я посмотрел, я говорю, слушай, Серега, ну уйди, не это самое. И даже слушать не стал, ушел. Мне Юницкий говорит, слушай, не, приходи, так сказать, тут как бы это. Вот. И они, я в этом не участвовал, честно, я не поверил. То есть они без меня сделали личный кабинет, сделали сайт, пытались там что-то это. Единственное, что Семенов пришел потом, ну, с Витей Бабуриным, говорит, слушай, надо вебинары вести, потому что надо рассказывать,
А кроме тебя про это никто не знает. Иди рассказывай. Ну, тут Виницкий говорит, да, надо вебинары вести. Я говорю, ну ладно, Анатолий Иванович, вот вы просите, я начну. Помню, первый вебинар, у нас там 23 человека, вот это окошечко. Я провел сотни, тысячи лекций. Для меня провести лекцию в любой аудитории нет проблем. 5 человек, 10, 500, 5 тысяч. То есть нет вопросов. А этот вебинар, я сейчас как вспомню, ну это в страшном сне. Сидишь весь мокрый, ничего не понятно, там, с кем разговариваешь. Но самые чудеса начались на следующий день. Открывается дверь в офис, люди приносят деньги. Говорит, куда деньги отдавать? Я говорю, какие деньги? Они говорят, вы вчера разговаривали о технологии, мы хотим у вас купить. Я говорю, у нас ни счета нет. Они говорят, да нет, ничего, вы берите, понимаете, так сказать. Вот, я понимаю. Вот, а потом это, перечислять не можем компанию привязать к счету. А счет только, даже не у Семенова карточка, а у его девушки. И он говорит, слушайте, вот есть счет моей девушки. Говорит, да нет проблем. И там Леша Суходоев, еще, значит, я сижу, я говорю, друзья, я ничего в этой жизни не понимаю, но я одно понимаю. До этого мы с Юницким занимались не тем бизнесом, понимаете? А когда мы там через месяц, а уже когда в июнь вышли на 1 000 000 евро в месяц, и когда начали строить, делать, там, конструкторов набирать, я говорю, Юницкий, вот что ж ты раньше мне, так сказать, он говорит, а я тебя год уговаривал, да, давайте, вот, но тут я честно могу сказать, я не понимал, что такое краудинвестинг, но опять же, что значит не понимал, надо понять, краудинвестинга не было, был краудфандинг, вообще мировое понятие, и то, что мы сегодня инвест-проводящую систему привязали к проекту, это первое, что мы в мире делаем, этого не делал еще никто, поэтому говорить, что краудинвестинга негде было посмотреть, его не было. Потому что мы же тоже по наивности приходим на лондонскую площадку. Говорим, мы хотим разместить у вас акции, там все. Говорит, сколько у вас уставной капитал? 400 миллиардов долларов. Они так на нас смотрят, нет, ребята, у нас вы ничего разместить не можете, так сказать, все. Потому что мы с такими проектами, мы счет в Лондоне открывали там полгода, так и не открыли. Потому что приходим, говорим, счет, уставной капитал 400 миллиардов. Нет, ребят, мы ваш счет не будем открывать, потому что у нас у банка там 10 миллиардов уставной капитал. Вот, поэтому это были основные проблемы, которые там как бы делали, прошли. А сегодня, я говорю, та система, которая работает и как она набирает, естественно, что не так все просто. Не просто в том плане, что мы постоянно находимся на стыке законодательств. То есть у нас постоянно налоговое законодательство, оно нас никак не может позиционировать. Банковское законодательство тоже никак. Поэтому нам приходится постоянно быть вот на какой-то... Да. Да. Абсолютно. Это народное инвестирование. И как раз сейчас мы идем на том этапе, когда, ну, там есть ряд инвесторов, там вот у меня товарищи, там, у меня вот один мой ближайший товарищ там инвестировал там 110 или 120 тысяч фунтов. Но я его отговаривал, я честно могу сказать, что ты подумай. Он подумал, съездил в Минск, познакомился с Юницким, посмотрел КБ. Вот, ну, говорит, все, я вам даю там. Ну, он далеко не бедный человек, он один из богатейших людей в Москве, он может себе позволить. Опять же, у него логика какая? Он говорит, я в 2008 году на бумагах в Штатах потерял 10 миллионов долларов. А там уж, говорит, мне сказки рассказывали, правительство, банки, гарантии, ТРИА, заключение, говорит, никто 10 миллионов не вернул. У вас, говорит, наоборот, никаких гарантий, никаких, так сказать, ну, я, говорит, тебя лично знаю, Юницкого знаю, мне не жалко отдать вам 100 тысяч, получил сертификат там, на какую-то баснословную сумму повесил ее на стенку, говорит, смотрю и приятно. Говорит, и вот за это, и за это я заплатил, более того, пошел на 50 тысяч долларов, купил своему приятелю. Вот, говорит, тоже повесил ему на стенку, говорит, смотри, и как бы это. Конечно, они к этому относятся скептически, там, конечно, они, так сказать, но вот этот парень год назад, он когда приехал, он говорит, я вот вам даю, вот год готов поспорить, вы год не перейдете, вы не начнете строительство. И когда год прошел, я ему говорю, Карен, смотри, строим, так сказать, это. Он говорит, все, хорошо, убедили, так сказать, сейчас готовят еще 100 тысяч. Вот, поэтому это как раз очень такой вопрос, что сегодня основной упор и основную работу мы делаем на небольших инвестициях, потому что не то, что убедить легко, люди готовы рисковать такими деньгами ради идеи, ради продвижения проекта. Профессиональные инвесторы, которые тратят большие деньги, у них большие риски. И для них как раз доказательная база сейчас создается. Я могу сказать, что с каждым месяцем наша доказательная база будет усиливаться. Но вот такой рывок будет резкий, это май следующего года, когда мы смонтируем опоры и начнем первое испытание подвижного состава. Вот здесь я вам могу сказать, это будет просто для всех уже очевидно. То есть там и второй момент, мы начнем строительство к этому времени уже вот этих парков. А парк это же та же демонстрация, то есть о чем говорить. И вот с этого момента будет уже совсем другой подход. Да. Последний вопрос больше не буду. Да почему? Очень толковый вопрос. Когда вы в IPO выходите?
Ну, IPO, дело в том, что IPO – это стратегия развития. И если говорить по IPO, там, у Джобса была своя стратегия по IPO. У Алибабы была своя стратегия, ну, если там сравнивать. Почему мы сразу с такими? Мы же тоже себя позиционируем как большие. Поэтому мы не говорим там стратегию IPO, там, ну, какого-то там небольшого проекта. Поэтому сейчас больше логика, которую Цукерберг сделал при развитии сети, она сегодня более ближе. То есть мы сегодня постараемся максимально капитализировать наши с вами инвестиции до того, как акции начнут продаваться. То есть наша задача сначала им дать цену, а потом уже думать, как их выводить. Потому что IPO это открытая продажа, это открытое размещение. Так вот, нам сегодня открыто размещаться неинтересно. Потому что у нас есть сумма, есть номинал, и пока акция не стоит номинал, нам выходить смысла нет. Но в планах же есть. Ну, здесь вопрос. У нас в планах сначала построить 100 тысяч километров дорог, а это мы в принципе можем сделать в 3 года. А после этого уже смотреть, потому что дивиденды, которые там... У нас дело в том, что есть такое некое предположение, что дивиденды, которые будут приходить, нам IPO не понадобятся. IPO это же дополнительное привлечение. Вот по Лондону мы сейчас делаем проект, я говорю, вот мы когда посчитали, мы хотели, то есть слышали в сети, да, наверное, мы говорили, мы готовим, давайте сейчас скидываться для того, чтобы делать лондонский проект. И мы сейчас все скинемся и построим в течение 3 месяца. Мы сейчас бизнес-план посчитали, окупаемость, у нас уже стоит 4 инвестора, которые говорят, ребята, никакого народного финансирования, мы выкупим весь проект сразу. Все, поэтому, а так как мы учредители, и наш фонд на 40% учредитель этого проекта, значит, считайте, как только проект выкупили, значит, мы уже получили дивиденды. Они будут, конечно, копеечные. Что такое там 10 миллионов фунтов один проект? Вот, а у нас там 40% доля у нашего фонда. Это копейки все, но это уже первые будут честно заработанные деньги. То есть понятно, да? Поэтому по стратегии... Тут сейчас есть несколько предположений таких, как дальше двигаться. И, естественно, я могу сказать, что мы пойдем только по максимально эффективному для нас. А так как мы все с вами сидим в одной лодке, то есть у всех есть обязательства, у всех есть, ну мы их называем акции или шеры, это более правильно. У меня их, поверьте, за 15 лет так много, что уж я, наверное, заинтересован, ну, больше, чем кто-либо, чтобы эти акции что-то стоили. Поэтому будем делать. Так, давайте еще. Ой, слава богу, пока нет, понимаете? Да. Потому что одному президенту рассказали, реакция не понравилась. Так что. Про землю на данный. А, да, давайте, значит, по земле. Ну, земля, то есть, вы, наверное, помните, что мы. То есть идея родилась каким образом? Мы с Ховратовым разговариваем по скайпу. В это время идут новости, и Трутнев с Путиным обсуждают вопрос по земле. Вот, ну, там обсуждают, выдавать все. Я говорю, Андрей, слушай. А давай у них землю возьмем, они предлагают раздать, а кому они ее будут давать? И мы тут начали как бы задавать, помните, мы задали опросник, что а кто хотел бы взять, а кто, так сказать, это родилось из чего? Когда процесс прошел по земле, то я прихожу в администрацию президента, там у меня знакомые, говорю, ребят, сколько у вас заявок на землю сегодня? Они говорят, ну там 5 заявок. Я говорю, то есть президент сказал, там Трутнев сказал, еще-то, а заявок нету. Они говорят, да кому вообще сегодня там нужна земля? Я тоже задаю вопрос. Вы когда-нибудь в Благовещенске были? Вот, то есть для того, чтобы понять, сколько стоит земля и сколько там просто стоит туда съездить. То есть та логика, которую они сегодня закладывают, я в принципе не знаю, более того, я не знаю, что бы они делали без того проекта, что мы сейчас затеваем и делаем. Теперь смотрите, расскажу на примере вот то, что мы говорили, Кызылы ТВ. Значит, мы ждем закона. Закон должен выйти 15 октября. То есть на этой неделе, то есть в обсуждение. Если все, как они дали в предварительных вещах, что я предварительно выбираю координаты, отправляю в Минрегион, он присваивает номер и закрепляет за мной эту землю. Вот если все они это оставят как есть, то каким образом это будет работать? Каждый из вас, кто участвует в проекте, заходит на наш сайт и оставляет заявку на землю. Мы делаем трассировку трассы из ТВ в Китай, в Шанхай. Это как раз для той водоводной трассы, которую готов уже ВУ профинансировать в объеме 100%. Так вот, мы выбираем координаты, и вы получаете конкретно землю в том коридоре, где будет строиться трасса. Соответственно, все, кто зайдет через нас, именно получат землю там. И Минрегион, когда будут, они даже не поймут, куда они раздают землю. Поэтому мы берем себе землю, потом это наша земля, мы на ней можем строить, что хотим.
и мы на ней будем строить трассу. А по закону в течение 5 лет мы должны начать экономическую деятельность на этой земле. Поэтому сегодня, если вы берете землю где-то между Тывой и, допустим, китайской границей, где в радиусе 2000 километров нет ни одного населенного пункта и ни одного центра, то с точки зрения здравого смысла эта земля сегодня стоит ноль, правильно? Потому что в России сегодня более 1 000 000 000 гектар земли. Если вы берете 1 из 1 000 000 000, соответственно, сказать, что именно там пойдет трасса, очень тяжело. Но если мы это заходим через проект, то мы все с вами будем обладать землей, по которой пойдет трасса, которая будет возить воду, и капитализация этой компании будет примерно 3 «Газпрома». Как вы думаете, если вы будете обладать землей, по которой возится 3 «Газпрома», то это будет, наверное, что-то стоить, правильно? Поэтому, да. А какие отношения у вас с «Газпромом» и с «СЖД»? Как они относятся к вашим? Не знаю, пока никаких. Вот. В свое время, вот когда начинали, в 2001 году, вот это финансировал венчурный фонд «Газпром». Почему именно с водой связано? Ну, нравится, нравится. Дорогая она очень сильно. Она в 7 раз дороже нефти, да. Поэтому еще. Да? Нет, сейчас будет хитрый вопрос. Вот так. Недавно в наш Сибирский государственный технологический университет приезжали 3 человека. Мы ожидали Игоря Мана, Радислава Гандапаса и еще одного человека, я не могу вспомнить его имя и фамилию. Но приехали бизнес-тренеры. И от них приехали другие люди, и нам рассказали, как один парень, ему еще нет 30, но он уже в Красноярском крае, у него доходы огромные, короче, я не помню сколько, но там уже по нескольку миллионов. Так, вопрос в чем? И он, в общем, придумал из чистой воды делать лед. И сейчас в каждом магазине, например, в Красном Яре, в том же, в Командоре, мы можем видеть замороженный лед, и он продается для коктейлей. И сначала думали, ой, бред-то какой парень придумал. А вот он это разбогател. Ну вот, несмотря на такую очень интересную длинную преамбулу, абсолютно правильно. Вообще, друзья, я могу сказать, что такое лед и что такое холод, сейчас пока мало кто понимает. Я могу сказать, да и бог с ними, понимают они или нет. На сегодняшний момент вот шейхи, которые всю жизнь жили под океанами нефти, то есть под Саудовской Аравией, океан нефти. И шейхи всю жизнь ездили на верблюдах, не догадываясь, что это стоит. Как только появился двигатель внутреннего сгорания, они сразу стали все шейхами, то есть богатыми людьми. Вот то же самое сейчас. У нас есть холод, у нас есть вода, нет системы транспортировки, это сегодня не ресурс. Завтра мы создаем по своей земле, строим трассу, договариваемся с китайцами. Они просто сидят уже, посмотрите в интернете, я приводил на одних из вебинаров, что 2 месяца назад был Байкальский экономический форум, туда приехали китайцы и говорят, мы хотим вести переговоры о поставке воды. На что Аркаша Дворкович сказал, зачем вам вода, давайте мы вам лучше будем алюминий продавать. Они говорят, какая связь, нам ваш алюминий не нужен, нам нужна ваша вода. Он говорит, ну как, это же энергия, туда. Он говорит, нет. Все, и Аркаша даже не понял, какой вопрос ему задали. Он даже не понял, что это бизнес. Это первый вице-премьер в правительстве там, и так далее, бывший советник президента. Так вот, я говорю, они даже не понимают, вот, когда меня спрашивают, а как вас там поддерживают, не поддерживают, я говорю, понимаете, там не с кем говорить, второй стороны для разговора нету. Поэтому то, что мы с вами делаем, понятно нам. И сейчас, я говорю, у нас одна задача, чем больше и дальше они будут от нас сторониться, или мы от них, тем будет лучше. Поэтому сегодня мы спокойно выстраиваем систему, мы спокойно готовимся к земле, мы сейчас делаем несколько своих коридоров.
Конечно, когда они отреагируют, каким-то образом попытаются на это повлиять. Но сейчас у нас 200 тысяч человек. А когда у нас будет 1 000 000 человек, которые будут обладать этой землей и которые заинтересованы, чтобы этот проект реализовался, то тогда им надо будет возражать не лично мне и не лично Юницкому, а 1 000 000 человек, которые хотят реализовать этот проект. А когда их будет 2 миллиона? А когда 3 миллиона? Да. Да, бесплатно. Это правительство, это не мы. То есть мы к этому не имеем никакого отношения. А вот президент, там, вы можете не поддерживать, да, этот проект? Ну, один президент поддержал, да, после этого нас всех чуть в тюрьму не посадили. Сергей Анатольевич, да. Вот недавно на вебинаре в Минске вы сказали, что у Юницкого в кабинете сидит замминистра транспорта по РЭС, да? Да, я уже про него говорил, да. А, уже говорил? Гришин. Не, это не сегодняшний замминистра, а это бывший замминистра. Это легенда транспорта, это Гришин Сергей Анатольевич, да. А, то есть я подумал, что это нынешний? Нет, 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 не нынешний. Это бывший, но нам очень важно было от него получить мнение как профессионала, именно как железнодорожника об отношении. Но я могу сказать, кстати, мы с Витей Бабуриным где-то 3 года назад были с Якуниным на большой конференции в Милане и докладывали это. Я могу сказать, что со всей железнодорожной наукой у нас были очень хорошие отношения. То есть они прям к нам, они говорят, да, мы видим, да, это интересно, да, это перспективно, да, но денег мы не дадим. То есть это как бы однозначно. Поэтому мы понимали, что они союзники с точки зрения идеологии, но они не союзники с точки зрения финансирования. И сегодня мы почему имеем такую возможность для Гришина? То есть мы ему показываем, что слушай, Гришин, видишь, что делается? И мы тебе можем, вот ты это оцени. И очень важно, что для нас, перед этим приезжал еще один транспортник, это Род Хук, это с Южной Австралии, бывший руководитель транспортной отрасли Австралии. Вот. И он, соответственно, тоже приехал, посмотрел, увидел, с такими глазами поехал, сейчас, так сказать, как бы делал. Но там, это я вам по секрету, как бы вот с точки зрения бизнес-модели, вот сейчас, как бы, я же отвечаю за стратегическое планирование в компании. Вот сейчас смотрите, что мы делаем. Вот эти скайпарки, вот почему очень важно сейчас договориться в Красноярске и сказать, ребят, давайте вот сделаем новую парковую зону. Она бизнес-окупаемая, придут, все, нам необходимо это показать. Но самое главное, мы отработаем механизм, когда земля, которая сегодня ничего не стоит, начинает превращаться сразу в капитал. Второй момент. Ту землю, которую мы сейчас берем под трассы. Сегодня цена этой земли ноль. Как только мы ее будем включать в проект, она сразу будет приобретать стоимость. Род Хук чем нам интересен? Сегодня в Австралии есть, вот без преувеличения могу сказать, 1000 месторождений, которые стоят ноль, которые никому не нужны, потому что до них нельзя дойти. Так вот, следующим нашим этапом можно будет брать вот эти вот месторождения, которые сегодня стоят ноль, но как только к ним подключать Транснет, сеть, они сразу включают сеть. Я всегда задаю вопрос, вот если телефон не включен в сеть, сколько он стоит? Точнее, кому он нужен? Ну, это в лучшем случае калькулятор или хорошая игрушка. Но как только его включили в сеть, это сразу интернет, это сразу необходимый. Вот точно так же ценность, это вот сейчас я вам говорю уже некие такие постулаты экономические, которые будут определять экономическую науку на ближайшие 30 лет. Если предприятия или месторождения не включены в Транснет, в сеть, их цена ноль. А вот как только они включаются в сеть, они становятся сразу участниками оборота. Неважно, где вы находитесь. В Монголии, в Боливии, в Индии, в Китае. Как только ты вошел в сеть, транспортная составляющая уходит. И вот это как раз то, что будет определять вот это все развитие на ближайшие там, 30 лет. И можно еще вопрос? Да. Все правильно. Да. Не, я подумаю. Давайте так. Значит, смотрите, точечное опирание вечно мерзлоте – это технологии, которые уже больше 50 лет. Нефтяники, газовики, энергетики, они уже умеют ставить опоры, все. В чем проблема в вечной мерзлоте? Там нельзя сделать насыпь. Потому что как только вы насыпали насыпь, это аккумулятор тепла, и, соответственно, летом она растапливает под собой вечную мерзлоту, и она тонет. Значит, единственный, кто сделал эксперимент на 1,5 миллиарда долларов, это «Газпром», который построил 150 километров, ему там Егоров, академик, там, я присутствовал при вещах, говорил, что нельзя строить, нет, Газпром говорит, у меня тут
умные, мы тут наняли немцев, сделаем 20 слоев пенопласта, и наша насыпь не утонет. За 1,5 миллиарда построили, утонуло. Так сказать, ничего нового, так сказать, все. Причем тонуло. Сначала они возили только землей, зимой, растягивая двумя тепловозами там, и так далее. Все, потом утонуло, все. Все, и 1,5 миллиарда. Ну что, утонуло и утонуло. Что такое для «Газпрома» 1,5 миллиарда долларов? Так вот, можно строить только точечным опиранием. Точечное опирание – это значит балка. Балка сегодняшней технологии – это безумно дорого. Это дороже, чем насыпь. Соответственно, струнная технология, которая сегодня делается, вот, значит, почему в вечной мерзлоте строить дешевле, чем в обычных грунтах? Потому что две сваи, которые вы ставите и заливаете, допустим, антифризом, он начинает работать как тепловой насос. Он зимой хватает холод и транспортирует его вниз. И у вас вокруг каждой опоры намерзает огромный стакан льда. Эта технология, я говорю, я тут ничего нового, это не мы с Юницким придумали, это в интернете. Так вот, соответственно, если вы поставили опоры, значит, в летний период, когда вы перекрываете и у вас нет транспортировки тепла вниз, у вас этот стакан будет стоять ровно теплый период. Соответственно, строительство в вечной мерзлоте дешевле, чем в обычных грунтах. Потому что две дырки просверлили, трубу вставили, антифриз залили, и у вас это будет стоять вечно. Вот пока будет вечная мерзлота, это будет стоять. Вот. Но она потому и вечная, что еще пока не растаяла. Так вот, как только мы натягиваем вот такие трассы, и мы дошли до Тамтора, мы можем технологически это построить за 4 месяца. Как только мы пришли в Тамтор, я могу сказать, что вся цивилизация на Земле поменяется. Да. И что надо? Нет, ну тут весь вопрос, войдите в это сам в Википедию, наберите Тамторское месторождение. Это единственное уникальное в мире месторождение, где редкоземельные металлы лежат на поверхности. И там брать экскаватором, черпать ее в КАМАЗ и возить. Другое дело, что по радиоактивности, они раза в 4 радиоактивнее урана, поэтому везти это куда-нибудь в Якутск тоже не следует. То есть это надо где-то поставить афинажную фабрику, где извлекать эти редкоземельные металлы. Но это совсем другое. Сегодня технологически туда нельзя прийти. Потому что там зимой минус 73 градуса, а летом плюс 40. Вот. А эта технология, то есть это вот как раз то, что мы сейчас делаем, и мы так робко как раз намечаем, вот, чтобы было понятно с точки зрения экономики, только одно Тамторское месторождение увеличит в 2 раза ВВП России. То есть это просто мощнейшее предприятие, и к нему сегодня из геополитической точки зрения очень подход такой, как бы. И американцы как раз почему блокируют сегодня его развитие, потому что это изменение вообще всего рынка на Земле. То есть это изменение сложнее, чем нефтяные цены. Да. Сложна? Нет, она сложна в изобретении. А с точки зрения изготовления, вот сейчас робот, которого мы проектируем, вот просто я могу сказать, робот, это совместно с предприятием, которое раньше возглавлял Гапонцев. Валентин Павлович, это, ну, не знаю, слышали, не слышали, это наш физик, уехал из Новосибирска, по-моему, он потом в физтехе преподавал. А последние годы это крупнейший производитель оптиковолоконных лазеров в мире. То есть он миллиардер, и мы с его сейчас ребятами создаем, проектируем оптиковолоконный сварочный робот, который будет варить путевую структуру со скоростью 200-300 метров в минуту. Соответственно, с такой же скоростью будет строительство в поле. Поэтому, да, создать это оборудование сложно, спроектировать сложно, а изготавливать 300 метров в минуту просто, одним роботом. Сергей Анатольевич, да? Можно вопрос? Вот меня как акционера, да? И человек, я правильно понял логику вопроса? Ответил я на него или нет? Нет, вы этих роботов у себя сделать не сможете. А зачем? Вам пригонят, точнее, что значит пригонят? Логика будет такая, что начало массового производства сети Transnet будет от месторождений железа. То есть этих месторождений железа в мире не так много. Это Украина, это наша Восточная Сибирь, Западная Сибирь, это Боливия и это Китай. Значит, соответственно, оттуда пойдет производство металла и, соответственно, оттуда пойдет строительство трасс. Это как паутина начнет расползаться. Поэтому весь вопрос, где будет сырьевая база, где будет комплектующий, где будет стоять робот, там и будет скорость строительства. Аттракцион, понимаете, это штучная работа, это 10 километров, это привезли, собрали и все. То есть мы изготавливать будем, ну не знаю, где-нибудь или в Беларуси, или в Украине, вот, ну просто с кем уже сейчас есть договоренности. Может быть,
А это очень простое, это труба и внутри армированный канат. Все. То есть здесь... Прозвучало две цены. В Лондоне 10 миллионов стоит, а здесь 100 тысяч за километр. Какая правильность? В Лондоне идет, здесь мы обсуждали, говорили 100 тысяч, это велопрогулочная трасса, а там уже сразу закладывается с инфраструктурой. То есть там мы сразу закладываем... Нет, тут смотря какая логика проекта будет. Если просто демонстрация и велопрогулка... Там недвижимость в центре Лондона, это одна? Да, да, конечно. То есть там сразу входит... И там... просто трасса, это другая. Да, там эта фишка у нас сразу. То есть мы там делаем именно комплекс. Мы его так и назвали туристический кластер, да. И потому что, представляете, логистику, потому что нам, ну, чтобы рестораны организовать, нам надо доставить точки, куда будут, ну, представляете, чтобы там хотя бы 1000 человек накормить, надо сделать систему доставки, логистики. И вот для этого мы проектируем, поэтому это проектирование этой лапы, ну, как ее называют, эта станция, которая стоит, это уже несколько другая. Если она здесь нужна будет, ее можно спроектировать, сделать. Если она не нужна, соответственно, это... Да, от цели проекта. Так, еще был вопрос, да? Да, я хотел спросить. Меня как акционера и человека, который приглашает в проект людей, да, интересует вопрос распределения дивидендов. То есть будет происходить на основе вот реестра, который... Да, который сказали, сегодня держит компания, да. То ведется есть... это отдельная компания. Да, да, которая ведет реестр, да. А в этот реестр сейчас можно заглянуть, увидеть себя, да, там? Да, конечно, конечно. Как это сделать? Но там есть определенные правила, то есть если вы... Дело в том, что сам запрос и делать, он стоит определенных денег. И так как по условиям BVI это довольно-таки большие деньги. Поэтому мы правило какое сделали, что мы будем делать, допустим, два раза в год просто доступ всем туда. То есть как бы вот ты делаешь запрос, и тебе делается, то есть чтобы разово заплатить, допустим, компания, и делает доступ. Если кто-то хочет сделать разово для себя, вот просто вот я хочу убедиться, что я есть в реестре, то у них разовая цена это 150 фунтов для одного запроса. А если вы хотите по одному человеку, то это 15 фунтов. Поэтому, в принципе, можно там, допустим, сброситься 10 человек, заплатить, там, получить реестр. Вот. Но это только подтверждение, то есть это реестр, держатель говорит, что да, такой-то человек с таким-то номером, с таким-то, это находится в реестре. Но реестр, держатель другого ничего сказать и не может. Понятно, да? Сейчас, да, ООО, но зарегистрировано в BVI, то есть в лондонском офшоре. Вот, опять же, почему лондонский офшор, то есть это мы, я уже объяснял и говорил, так сказать, это сам, потому что законодательство Британии, но при этом, так как у нас очень сложное взаимодействие сейчас по налогам, по интеллектуальной собственности, и оно, сразу могу сказать, это не прописано нигде. То есть прецедента к тому, что кто-то оплачивает интеллектуальную собственность, я там рассказывал год назад где-то, мы заставили англичан оплатить и сделать через суд. То есть мы их заставили это сделать. Вот. Но они нам за это отплатили. Говорят, хорошо, вы нас заставили, за это заплатите налоги. Ну, что делать? Какая-то. Что? Билет очень хорошая цена. Я могу сказать, что концепция, которую мы сейчас делаем, и Евраз Транснет, который мы создаем, то проезд из любой точки Евразии в любую точку Евразии первым классом сегодняшнего самолета будет бесплатный. Как сегодня реклама есть у Билайна, дешевле не бывает. Дешевле, чем бесплатно, нет. Вот, поэтому проезд, естественно, что это будет, придет не сразу, это будет в какой-то, это сам, но в очень обозримой перспективе проезд будет бесплатный. Почему бесплатный, надо объяснять? Или вы скажете, что опять невозможно? Развитие инфраструктуры. Ну, вы сегодня скайпом общаетесь? За скайп вы не платите. То есть в системе телеконференции, вот я приводил пример, вот если бы 20, ну, за интернет платите, правильно, но вы же за интернет еще получаете кучу услуг, кроме скайпа, правильно? Так вот, я могу сказать, если бы вам 20 лет назад сказали, что вы будете из любой точки мира в любую точку мира, в режиме телеконференции, и при этом еще едя на машине, а ваши партнеры находятся по всему миру, как бы вы на это отреагировали? Бред. Так вот, сегодня, когда я говорю, ребята, когда мы к этому привыкли, оказывается, что бесплатно общаться, то, что раньше было бредом, оказывается, возможно, то теперь мы говорим, следующее продление этой системы, это о том, что мы все будем теперь перемещаться в сети бесплатно. Мне опять говорят, опять бред. Я говорю, ребят, ну почему тот бред стал реальностью, а этот бред? Объясняю почему. Для того, чтобы транспортировать 3 миллиарда тонн,
вот эти модули, которые идут, вот я всегда студентам своим показывал, когда я говорил, что вот мы там в течение 5 лет в 3 раза увеличим ВВП России. Ну и показывал, видите, вот модуль, который едет. Ну сейчас вот очередной будет, так сказать, как бы сначала это я показываю это на 15 или на 20 человек скоростной модуль. Потом я говорю, это туристический этот модуль, то есть это ваш гостиничный номер, где вы один едете, 27 квадратов, у вас там джакузи и так далее, вы в него сели и можете вообще во всем мире не выходить, смотреть в окно. А третий, представьте, что это бочка со льдом. Сейчас я расскажу, а потом может быть, что это бочка со льдом, потому что высокая скорость нужна только людям, воде и продуктам питания. Все остальные грузы можно с такой скоростью не водить. Так вот, чтобы возить 3 миллиарда тонн, надо такое количество подвижного состава, что если мы впереди делаем 5 мест или там, не знаю, купе на 4 человека или там индивидуально на каждого, то трафик будет такой, что они на 2/3 будут ходить пустые. А если мы возим лед, и у нас этот подвижной состав постоянно в сети, то почему бы нам там не возить пассажиров? Вот ответ, почему бесплатно. Потому что доход от бизнеса, который будет давать лед, настолько высокий, что перевозкой пассажиров можно пренебречь. А перевозка пассажиров – это социальная функция. Вот, пожалуйста, вам ответ, почему у нас в Евразии все будут ездить бесплатно. А? Нет, как раз Боинги не зря. Боинги есть в инвестиционные циклы, которые сегодня, они вкладываются. То есть они заказали дальнемагистральные самолеты. Дальнемагистральные самолеты будут существовать еще, наверное, лет 30-40. Ближнемагистральная, все, она уже почти умерла. Среднемагистральная осталась 5 лет. Через 5 лет среднемагистральная авиация будет отходить. Дальнемагистральная начнет постепенно вытесняться транснетом. Потому что, ну, если, допустим, из Красноярска в Москву вы можете долететь 4,5 самолетом, да, с той ценой, которая сегодня есть, и в тех условиях, вот как я вчера летел. У меня досталось самое крайнее место там, потому что поздно. Не складывающееся кресло и постоянный поток пассажиров, которые ходят ко мне за стенку и прямо мне в ухо включают вот этот вот смыватель, который идет. Так вот, и, соответственно, цена билета. Ну, я там не помню, сколько сейчас, по-моему, 300 евро, да, билет. Так вот, соответственно, и второй вопрос. Если я еду со скоростью 500 км в час, значит, я трачу там, ну, 5-6 часов в купе первого класса, индивидуальное, с интернетом и так далее, то знаете, что я лучше поеду на транснете, чем полечу самолетом. Вот ответ на все вопросы. То же самое до Иркутска. То есть, соответственно, как только вы включите и будете абсолютно включены в сети, то сегодня же не комфорт самолета. Почему? Даже если вы хотите с кем-то поговорить телефоном, все рядом сидит сосед, толкает вас локтем, и неудобно, когда даже компьютер открываешь, еще 2 человека в этот компьютер смотрят, понимаете? Не совсем удобно сидит. А если у вас индивидуальное купе, абсолютно изолировано по звуку, и вы включены в сеть, то путешествие сразу становится совсем другого качества. Да, это, у нас это называется концепция мгновенного перемещения. Мгновенно не то, что вы как бы переходите, а если представляете, что вы решили пообедать с товарищем или поужинать, и там 4 часа посидели, и за это время вы доехали, допустим, до Красноярска. Ну вот считайте мгновенно. То есть только сели, знаете, так сказать, вроде открыли бутылочку, так сказать, уже в Красноярске выходите. Так, да, еще вопрос. Перегрузка, вы правильно сказали, перегрузка – это ускорение. Вот какое ускорение? Скорость вы не ощущаете. Когда вы летите в самолете, вы не чувствуете, что вы летите со скоростью 850 км в час. Ощущается или увеличение, или снижение, так называемая степень комфортности. Поэтому если вводить скорость ускорения, ну, ускорение, допустим, 0,1 метр в секунду, то, в принципе, вы это ускорение, это меньше, чем в лифте. Вы в лифте едете, вы же не ощущаете перегрузы. Поэтому, естественно, что вот если как на полигоне, когда мы говорили, когда будет разгоняться до 500 км за 4 секунды, конечно, там перегрузки будут там 5G, 6G, то есть как у космонавта. Но это же испытание. Естественно, что в условиях будет абсолютно комфортная езда. Вот. Но там и торможение будет, там, допустим, чтобы затормозить с 500 км до, допустим, 100 км, этот путь будет где-то около 100 км. Для того, чтобы именно комфортно и вы не ощущали. То есть уровень комфортности будет выше, чем в железной дороге. То есть сегодня в железной дороге стакан, ну это вот железнодорожники нам рассказывали, тот же Гришин. То есть как у них определяется комфортность? Стакан поставили, если стакан падает, значит вторая степень. Если стакан не падает, значит третья степень комфортности. Вот, если стакан надо держать в руке, значит первая степень комфортности. Вот таким образом. Вот, мы вводим, я думаю, что у нас будет 4-я или, наверное, даже 5-я. То есть, когда ощущения не будет вообще никаких. То есть, при такой скорости,
Нет, тут как раз логистика будет. Да, конечно, это магистральный транспорт. И вся логика в том, что вы перемещаетесь, доходите до такой станции, там вы с него сходите, и если вам надо, вы пересаживаетесь либо на менее скоростной, либо на велосипеде, веломобиле, уезжаете там куда-то в другое место. Да? А у меня вот вопрос вообще, чья была идея продавать именно российскую воду? И кто с этого получит прибыль? Ну, российскую воду по одной причине, потому что нигде в мире больше таких условий нет. Чтобы была вода и был холод. А вообще население с этого будет что? Деньги? Да. Просто нет больше на Земле таких условий. А прибыль-то чья будет? Прибыль будет компания, которая будет это продавать. То есть народную воду он продавать будет? Что? То есть народную воду, которая будет в стране, он будет продавать и забирать деньги. Это как евро. Друзья, давайте сейчас в терминологии четко скажем. У нас сегодня есть одна, допустим, государственная компания, которая является народным достоянием. И мы каждый раз, включая телевизор, видим, что это «Газпром», который народное достояние. Но при этом почему-то, как они тратят прибыль и как они тратят вообще, так сказать, затраты, начинаешь понимать, что она совсем не государственная и уж далеко не народная. Вот. Поэтому в этом плане, как вы заметили, мы, наверное, не раз уже говорили, что мы вводим вот эту новую экономическую эволюцию мира. Наша задача, чтобы в акционерах компании было как можно больше людей. И даже не миллионы, даже не два. И тогда распределение этой прибыли будет среди такого количества людей. Мы как раз это и делаем. Сегодня у нас в проекте 200 тысяч акционеров. Ни одной компании в мире, где есть 200 тысяч акционеров, уже нет. То есть мы уже, скажем так, перешагнули все мыслимые. То есть кто акционеры, того и доходы, да? А если это китайцы будут акционеры, получается, китайцы будут за рынок получать? Как китайцы? Если сейчас китайцы будут инвестировать, значит, дело в том, что акционеры и инвесторы, когда развивается проект, это абсолютно разная вещь. Мы сейчас с вами входим в технологию, которая будет это производить, это корневая технология. Это то, которое будет входить во все проекты. А инвесторы, которые будут выкупать долю в конкретных проектах, это бизнес. Это инвестиции, это получение прибыли. Это будет высокоэффективный бизнес. Так что я думаю, что многие из нас, да, тоже будут. Общество, да. Смотрите, по потребительским обществам мы сейчас активно работу ведемся. К сожалению, она немножко притормаживает, думали, что быстрее сделаем. Очень сложное законодательство увязать нам сейчас то, что мы делаем с потребительским обществом. Почему мы туда пошли и сделали логику, что это единственная сегодня юридическая форма, которая может 100% узаконить, что мы с вами делаем. И поэтому мы сейчас вот, потребительское общество сделали, сейчас открываем кооперативные участки, надеюсь, что после октябрьской конференции мы этот процесс запустим, чтобы он делал. Второй вопрос. Потребительское общество будет работать для получения земли. Потому что вы, когда землю получите, для того, чтобы ей потом распоряжаться, ее надо будет отдать в кооператив потребительский. Потому что иначе не будет логики управления. Поэтому потребительское общество будет коллективным управленцем этой земли, которая будет передаваться. И третий момент, сегодня связанный, это с налогами. Потому что если мы не устраиваем через потребительское общество, через ПАИ и возврат интеллектуальной собственности, мы при каждом действии будем попадать на налоги. То есть у нас настроена вся цепочка налоговая такая, что любое действие, которое есть, облагается налогом. А так как у нас сегодня продукта нет, то есть мы с вами инвестируем, а продукт получим через какое-то время, а прибыль от этого продукта вообще непонятно, когда получим. То есть когда будем реализовывать, либо получать дивиденды, либо реализовывать свои инвестиции, либо свой пакет. Поэтому нам сегодня еще и платить параллельно налоги, ну совсем как бы не с чего. А брать с одних людей инвестиции, чтобы платить налоги государству, тоже не совсем, ну как бы разумно, не совсем логично. Вот, поэтому мы сейчас эту систему через потреб общества делаем, то есть мы всю юридическую базу проработали, всю схему выстроили. Она очень сложная в увязке, в технической. То есть нам надо каждого сейчас партнера ввести в потребительское общество. И вот этот юридический, ну скажем, технологический вопрос пока не можем сделать. То есть пока у нас это, ну скажем, не то, что не получается, это довольно-таки оказалось сложнее, чем казалось на первый взгляд.
Нет, ну, во-первых, все, кто захочет получить землю, он должен будет обратиться в потребительское общество и, соответственно, получить это. Это уже будет огромная работа, потому что, когда поймут, что такое эта земля и куда мы ее идем, к нам очередь начнет как бы устраиваться. Сейчас просто нет понимания. А второе, даже кто понимает, нет веры, что мы это сделаем. Соответственно, да как только мы... Да, пока рано. Да, конечно, конечно. И второй вопрос, мы сейчас что готовим, мы делаем, что будет личный кабинет, единый личный кабинет, и в этом едином личном кабинете будут все вопросы, которые есть. То есть будет и Skyway Invest Group, и напрямую проекты, которые есть, и потребительское общество, и те адресные проекты, которые выстраиваются, все можно будет через один кабинет получить. Мы это тоже делаем, но я говорю, надеюсь, что мы это еще там в этом году доделаем. У меня вот когда Лариса Артамонова попросила меня выступить для своей этой Академии макросознания, они там в Москве собрались, вот, а там публика же интересная, они все продвинутые, все там как бы это, такие непростые все люди. Я говорю, Ларис, какая задача вот перед стоит? Он говорит, надо выступить так, чтобы у людей взорвались мозги. Я говорю, хорошо, это тоже хорошее занятие. Вот. Ну и потом, так как у них взорвались мозги, так сказать, это такая штука представить. Но это... Вот. И второй момент, мне очень нравится общаться сейчас с так называемыми учеными. То есть когда люди, которые там, со степенями, которые начинают там сразу, они любят там, за что-нибудь зацепятся, там, растяжение там, материала, там, допустим, там, насколько напряжение, или там, в экономике посчитаете или то. Вот такого рода люди. И вот как раз с ними очень, так сказать, ну, у меня последний печальный опыт, так сказать, я опять на некоторое время перестал общаться с Сергеем Юрьевичем Глазевым. У нас с ним сложные отношения, так сказать. Мы вроде как вот в прошлом году наладили отношения, но тут опять как бы это... А задал все вопрос. У него его диссертация в 90-м году, когда он стал доктор, это перспективы развития советской экономики на 30 лет. И он там описывал структуру, там все... Я на все вопросы, когда мы политические дебаты вели, он же в партии «Родина» был, а я там в другой политической партии, я всегда приходил с его учебником, с его книжкой. Говорил, Сергей Юрьевич, вот вы тут описали экономику Советского Союза, но мало того, что Советского Союза через год не стало, так еще и вы там написали структуру, там рост и так далее, и так далее. А где вот этот рынок показываем, вот этот? Вы его даже не упомянули. А это сегодня самый крупный рынок на Земле. Из 73 триллионов мировой экономики это уже подходит к 10. То есть он уже почти в два раза нефтяной рынок обогнал. Я говорю, где? Значит, что-то в вашем прогнозе не так. Вот. Ну и тут недавно сейчас опять началась была стратегия развития страны 2020 до 2020 года. Так вот, эта стратегия умерла, не начав еще реализовываться. Сейчас они приступили к написанию стратегии 2030. Вот. Ну и как-то позвали меня на первое совещание, представляете, как я там над ними. Поэтому, то есть я просто откровенно говорю, друзья, вот я сейчас могу сравнить вас с чем. Вот вы собрались в 90-м году заниматься проблемой телефонизации Москвы, но при этом вы даже не понимаете, что такое мобильная связь. То есть вы обсуждаете, сколько надо поставить релейных станций, сколько протянуть проводов, сколько посадить девушек, которые будут эти перетыкать там это... Вот. И я говорю, что вы при этом хотите сделать? Но при этом через 10 лет каждый житель Москвы, включая детско-садника, будет ходить в детский сад с мобильным телефоном. Я говорю, вот чем вы занимаетесь. Вот. Ну, они там обиделись, вот Сергей Юрьевич, так сказать, один из них. А реально, вот какой я от него помощи ждал, что мы хотели сделать, это посчитать ВВП евразийского пространства. То есть взять именно логику развития, предприятия, дальше сменяемость этапов, для того, чтобы посчитать, какая жизнь будет через 10 лет. Ведь это же всех интересует. Вот. И он просто побоялся взять на себя ответственность. А реально он не смог принять, что Transnet, что струнные технологии, это базовая технология 6-го технологического уклада. То есть он не смог это переступить. Вот. Потому что мы не то, что можем. У нас все, что идет на инженерной школе Юницкого, вот, потому что мы же то, что считаем и делаем, это идет из возможностей технологии. И фактически сейчас мы с вами то, что делаем и строим, мы просто технически реализуем и показываем то, о чем, ну, допустим, я говорю уже 15 лет, а Юницкий говорит 36 лет. Вот. Но он больше с точки зрения техники, я уже больше со стороны именно экономики и прогнозирования. Но по сути это одно и то же. Так вот сейчас мы делаем доказательную базу. То есть каждый там
опора, вот все, что делается, это как раз реализуется и показывает то, что мы говорим, имеет под собой основу. Ну, вот. Так, ну что, еще тогда к вопросам или... Конечно. Здесь мы не то, что в этом направлении, мы уже создали, у нас уже создана Академия Новой Евразии, то есть это в Санкт-Петербурге мы зарегистрировали, вот, пока это для своих внутренних нужд, то есть мы сейчас готовим через нее обучающих менеджеров, которые нужны, потом мы сейчас через нее будем готовить тех, кто будет управлять адресными проектами, а следующий этап, естественно, что это будет полноценный вуз, который будет готовить инженеров, строителей и так далее, и там, где заказчиками будем выступать мы, потому что мы будем знать, какие специальности, какие квалификации. Вот. И я сейчас могу сказать, что это будет абсолютно нового направления учебное заведение, то есть это будет в основном интернет-образование, то есть когда человек имеет возможность, неважно находясь где, получать образование, а мы будем только вводить вопрос тестирования, чтобы можно было вопрос практики и потом применение знаний. И вот я могу сказать, мы сейчас вот записываем первый курс, вот я его сейчас пишу там, это будет очень интересно, то есть это в студии пишется курс, который сразу идет три интерактива. То есть первая запись, как ты рассказываешь, второе, на заднем фоне накладываются уже репортажи, ролики, которые идут, которые, и третье, это показывается экран, то есть слайды, которые идут. И вот сразу идет интерактив в таких, в трех это. Я считаю, это вот вообще все образование будет только в этом направлении. Так что сейчас вот мы обкатаем, а дальше начнем приглашать уже инженеров, там, физиков, тех, кто это. То есть сначала будем делать второе высшее образование. Ну а дальше, так что планы, как вы понимаете, у нас везде. Вы же тоже дивиденды будете получать? Ну а как же? А как же? Ну, я могу сказать, пока это больше, скажем, такой исследовательский, как бы, такой вопрос, потому что, ну, вопрос, сколько людей, как для строительства на полигоне, там надо сейчас единицы. Мы сейчас больше продвигаем логику, это вот как раз адресных проектов. То есть, когда каждый в своем регионе может запускать, и вот у нас как раз вот там Леша Суходоев, Арманд, это вот показатель того, что вот Арманд, я говорю, просто парень с Латвии приехал в Лондон, там работал, сначала машины мыл, потом там в гостинице разносил, потом машины гонял возле гостиницы. А потом, когда в проект включился, сейчас он директор компании, сейчас уже ходит, ведет переговоры с мэром, с инвесторами, со всеми, ну, мне тут звонит по скайпу, он говорит, не представляешь, говорит, общался сейчас с одним человеком такой, он реально миллиардер, я ему рассказываю про шестой уклад, рассказываю про строительство, про все. Он говорит, слушай, ты, говорит, откуда все это знаешь, ты где учился? Он говорит, в Skyway. И приходит и говорит, люди, которые реально, то есть это люди, которые Оксфорд закончили, я говорю, миллиардными состояниями владеют. Он говорит, и поэтому он говорит, насколько я, говорит, понимаю, мы занимаемся нужной вещью. То есть, а он, это как раз, я говорю, он с 5 лет, у него отца нет, а мать парализованная. Как, и он с 5 лет моет машины, делает, то есть он всю жизнь зарабатывает деньги. То есть, и поэтому у него хватка и нюх такой, просто вот такой, настоящий. Поэтому, когда такие бойцы подходят и работают, я говорю, Арман, кроме тебя в Лондоне проект никто не запустит, я тебе могу сказать. Вот, и все, и выходит, я говорю, я абсолютно уверен, что в Лондоне нам тоже мало кто верит, чтобы просто вот так вот прийти, какие-то парни там строят в Минске, один с Латвии, эти в России что-то делают, и подписать договор, чтобы строить в центре Лондона, в Хайд-парке, новый проект, нам никто не верит. Более того, нам сразу говорят, если вы это подпишете, у вас проблем с деньгами не будут. Я говорю, ну все, договорились, и вот у нас уже очередь из 3 инвесторов, причем турок, которые готовы вкладывать в Лондон в проект, потому что для них, он говорит, ребят, если вы сделаете в Лондоне, мы первые будем финансировать. Это вот по примеру тому, как все это развивается, делать. А второй вопрос. Мы посчитали бизнес-план, окупаемость, и Арман просто в своем банке показал, ребята, вот если такой бизнес-план, и вот мэр дает, вы нам кредит дадите там под 3% годовых? Они говорят, не ограничено. Поэтому у нас вопрос такой, что нам и инвесторы могут вообще не понадобиться, мы можем сами выступать инвесторами, то есть просто за счет кредитования. Потому что, ну, когда полгода окупаемость проекта, ну, а о чем там говорить, таких проектов сегодня, а это же проект инвестиционный, чтобы было понятно, это же одно дело, если бы это был интернет-проект, что это проект, там, связанный там, с торговлей или еще что-то, а это же железо, то есть чем оно отличается? То есть это поставили, сделали, оно ездит, и оно уже никуда не денется. Ну, если МЧС не приедет, за ночь опять не спилит. Но я надеюсь, что в Лондоне там это не так легко будет, как у нас. Так, ну давайте. В Лондоне, а в Красноярске, например.
В Красноярске вот как раз мы сейчас и говорили, что, друзья, моя задача, чтобы после каждой конференции люди, которые находятся здесь, чтобы мы придумали с вами адресный проект. Я, к сожалению, Красноярск знаю плохо, я здесь бывал очень редко, только во времена Александра Ивановича, и все. Вот. Но мы с вами должны придумать проект. Я сразу говорю, я знаком с губернатором, причем давно. У нас с ним очень хорошие отношения. Вот, поэтому я могу прийти и с ним договориться, чтобы дали... Но чтобы прийти, надо иметь проект. То есть надо сделать очень интересный проект, куда-нибудь привязать. Мы его визуализируем, мы сделаем под него бизнес-план, расчеты, мы сделаем под него полностью всю этапность. И весь вопрос, ведь смотрите, как звучит предложение, с которым я приду к губернатору. Виктор Александрович, давно не виделись, здрасте. Вот я занимаюсь инновационным проектом. Мы сейчас делаем проект в Лондоне, в Иерусалиме, в Париже, прорабатываем в Монако. Вот хотим сделать у вас. Вот в чем заключается. Вот картинки, вот расчеты, вот база, вот мы строим, вот Людмила. Виктор Александрович, мы хотим еще сделать это за счет народного акционирования, чтобы ваши граждане Красноярска профинансировали этот проект. Поэтому у меня к вам просьба, выделите нам в парковой зоне всего 100 квадратных метров, это то, что нам надо под опорой, и мы в течение полугода построим за свой счет дорогу. Дальше, если вам это понравится, посмотрим, делаем, начинаем смотреть следующий этап. Вот как вы думаете, любой здравомыслящий губернатор что на это ответит? Да делайте, понимаете, так сказать, это. Поэтому здесь подход, если бы мы говорили, что мы хотим строить, вот как мы написали, легкое метро, и сразу конкуренция транспортникам, конкуренция метро, конкуренция, то я бы зашел с одной стороны, а в другую дверь, когда я выходил, заходило бы уже 10 человек и рассказывали, почему нельзя делать то, что я предлагаю. Вот, и поэтому сейчас мы по этому пути не пойдем, сделаем, так сказать, это. И вот мы эти предложения, я говорю, для Санкт-Петербурга вот очень хорошее предложение, там вот с Челябинска все началось. Вот, так что это тут вот... Да. Да, это будет абсолютно инвестиционный проект, связанный с тем, что цена проекта, инвестиция, доходность. Абсолютно понятно, что вот я сразу могу сказать, там доходность будет больше 100% годовых. С точки зрения инвестиций, именно сегодня не спекулятивного капитала, а именно инвестиция в инфраструктурный проект, это очень высокая инвестиция. Сегодня Apple дает 45-46% годовых. Это максимум. А мы сразу говорим, ребят, так как мы Skyway, то в два раза больше. Вот, а это же расчет очень простой, так что вот, а дальше, как только мы начнем строить и делать, я говорю, для Друскининкая мы рассчитываем, там просто поток большой, и там цена выше, то есть это будет уже как аттракцион, такой реально, потому что там будет и пролеты через Неман, и там 40 километров трасс. Там доходность будет выше, мы будем рассчитывать уже где-то из расчета 150% годовых. Вот, поэтому здесь, вот, но опять же, весь вопрос. Вы все, кто входит в корневую технологию, вы в автомате сидите уже в 40% этого проекта. Потому что этот проект учреждается Юницким, как КБ на 60%, а на 40% нами, как фонд. Поэтому вы сидите уже в этом проекте. Дивиденды будут формироваться. В любом случае, этот проект будет получать дивиденды, и они будут... Другое дело, что на всех, из, там, здесь, это будет пока 0,1 копейка, но когда этих проектов будут сотни, вот это как раз и будет формироваться то, о чем мы говорили, доходная база, то, куда мы сегодня инвестируем, из чего это есть. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы этих проектов было больше. Ну а дальше вот мы говорили, следующая наша задача продемонстрировать, показать, а потом, конечно, выйти в технологии, то есть уже перевозки пассажиров, как мы говорили, там 100 километров, 500 километров. Вот. А еще параллельно, то есть я вам уже говорил там по секрету, что мы сейчас такую же работу ведем по месторождениям. Но почему мы сейчас можем говорить об адресном проекте? Потому что эту модель уже изготавливают. Мы к Новому году покажем прототип, в мае уже покажем оригинал. Перевозки руды мы можем показать только в октябре следующего года. Поэтому чем ближе мы будем подходить к октябрю, тогда мы будем говорить, ребята, вот у вас есть месторождение, мы готовим демонстрацию, давайте с вами заключать договор на то, чтобы мы создавали совместную компанию, наша технология, ваше месторождение, и мы начинаем как бы делать. И вот как раз Родхук, чем интересен, я говорю, таких компаний в Австралии сотни. Просто месторождения есть разведанные, а дороги нету. И здесь вот как раз мы готовим, это следующий будет этап, и там капитализация, я просто могу сказать, сумасшедшая. Потому что купить за 3 копейки месторождения просто фактически лицензию, потом за свой счет построить трассу туда и начать возить. Ну вот могу сказать как уже пример, если мы так по бизнесу начинаем говорить, мы делали бизнес-план для
боливийской компании. Мы создали компанию с Юницким, называлась Bolivia Cargo Transnet. Это перевозка железной руды, там есть уникальнейшее месторождение, которое состоит целиком из железа. Прямо посередине континента Латинской Америки в Боливии стоит гора. Там 400 миллиардов тонн руды, причем с содержанием железа более 67%. Просто вот лежит на поверхности. Вот. Но взять ее невозможно, потому что Амазонка разливается и 1500 километров до побережья. Эту лицензию где-то лет 15 назад покупал, ну, получал в это Jindal Steel, это индийская компания. Вот. Они делали просеку, насыпь, железную дорогу, Амазонка разливалась. Когда вода спадала, не могли найти ни просеки, ни насыпи, ни железной дороги, ничего. То есть они пришли к выводу, надо поднимать выше 3 метров железную дорогу. Посчитали, на 100 миллионов тонн проект был больше 120 миллиардов долларов. И еще проблема, что приходят на побережье Боливии, эти 100 миллионов тонн надо перегрузить в балкеры. То есть надо сделать перегрузочную базу, а это побережье, курорты и так далее. И вот им надо в курортной зоне забабахать перегрузочную базу на 100 миллионов тонн. Вот. И проект нереализуемый. Когда мы посчитали, сколько у нас будет стоить, не 100, а 200, и не 120 миллиардов, а 8 миллиардов, и окупаемость полгода, и порт не нужен, и так далее, все. Боливары сразу сказали, как только вы это показываете нам вживую, приходите, забирайте лицензию. Можно спросить, это вот вы говорите про перевозку ресурсов, да, то есть один транспорт, да? А для людей, получается, второй, да? Да, конечно. Сейчас акцент идет именно на перевозку ресурсов? Нет, акцент идет сейчас сразу на полигоне во все три направления. То есть это наиболее востребована сегодня перевозка руды и угля в труднодоступных месторождениях. То есть это горы, тайга, болото, вечная мерзлота. Вот это одно направление. Второе – это городской транспорт, потому что сегодня городской транспорт, все города мира сегодня задыхаются от пробок. И решения уже нет. Просто этого решения сегодня нет. Вот, это второе решение. И третье – это скоростная система, это вот то, что говорили, это уже альтернатива самолету, это межгородское сообщение, это в третью очередь. Вот. А мы сейчас, вот то, что мы сейчас обсуждаем, мы входим еще с четвертой нишей. Это прогулочно-развлекательный. А третье что было? Третье – это городская пассажирская, скоростная. Скоростная. Это тоже для людей скоростная или для ресурсов людей скоростная? Для людей скоростная, да. Скорость нужна только лебедь. Людям, только людям и... Это лебедь? А? Это лебедь? Это да. Так, давайте еще вопросы. Ребята, вот вчера были, вот я им вчера мастер-класс проводил, когда пришел бизнесмен, строитель такого весьма уровня, даже фамилию, наверное, можно назвать, да? Кто это вчера был? А? Пушков, да. Соответственно, он с нуля пришел, так сказать. Ну и естественно, что как строитель он сказал, что все, что вы делаете, я не верю, мне показали материалы, ну рассказывать. Ну вот каких-то 3 часа после этого он ушел, сказал, все, пойдем делать адресный проект. В принципе, я готов и совсем согласен. Вот, поэтому, но в принципе, я, наверное, 3 часа этим и занимаюсь. Вот. Значит, единственное, что смотрите, вот то, что действительно мы сейчас говорим, и что ну, лично и для меня надо было сделать это. У многих людей стоит барьер, что говорит, я сам верю, но не могу никому рассказать, не могу убеждать людей привлекать деньги. Вот, поэтому это действительно как бы такой барьер, и его преодолеть, потому что люди сами верят, а сказать, что кого-то убедить пойти, что если эта идея окажется нереализуемой или по каким-то причинам там жулики, там еще что-то, так сказать, то на человеке есть ответственность. Я тут общался с одним миллиардером, я про него много уже говорил, он уникальный как бы такой перец, он сам из Тбилиси, это деревушка есть уникальная. Из этой деревушки 15 человек в книге это, Форбсе, это самых богатых людей. Это еврейская деревушка в Тбилиси. Вот. И он мне сам рассказывал историю о том, что к нему в 92-м году пришел мальчик в очках и говорит, давай сделаем компанию 60 на 40, надо 200 тысяч долларов, и мы сделаем программу, которая будет задавать и отвечать вопросы с компьютером. И он мне откровенно говорит, представляешь, говорит, приходит пацан, говорит, с компьютером разговаривать. Он говорит, это же железяка. Как с ней можно разговаривать? И говорит, я его послал, компанию не создал. Сейчас, говорит, каждый день, когда я включаю и вижу Яндекс, который стоит 6 миллиардов, я понимал, что 4 миллиарда должны были быть мои. Вот. Но, говорит, ну я не поверил тогда. Я говорю, что тебе могу сказать?
А потом мы сделали, то есть мы как пришли к логике вот народного финансирования, вот этой высокой интеллектуальной собственности. Мы с Юницким 5 лет создавали компании под конкретные проекты. Почему я могу про Боливию рассказывать бесконечно, про Тамтор, про, допустим, Таван-Толгой, монгольское месторождение там. Еще, ну, в общем, с десяток таких месторождений мы прорабатывали бизнес-план. Вот какая у нас была идея? Создать компанию, создать бизнес-план, сделать оценку. То есть мы делали оценку не где-нибудь, а там в Pricewaterhouse, Coopers, так, чтобы по-взрослому. За каждую оценку платили по 60 тысяч долларов. Эту оценку вносили в интеллектуальную собственность компании. И таких компаний мы создали на триллион долларов. То есть какая логика была? Что смотрите, вот компания, вот бизнес-план, вот конкретный проект. И как только мы делаем прототип, эти компании сразу капитализируются. То есть надо 50 миллионов долларов для того, чтобы этот триллион стал реальностью. И я вот с этим Шотиком, я говорю: Шотик, ну вот ты 200 тысяч долларов не дал, теперь ты уже богатый человек, богатый это самый, давай 50 миллионов долларов, и у нас с тобой компания 50 на 50. И у тебя сразу не 50 миллионов, а 500 миллиардов. Я говорю, ты будешь самый богатый еврей на земле. Я говорю, давай, год. Мы с ним ходили, он каждый день, он там за мной Роллс-Ройс присылал. Потом я на Роллс-Ройсе довозили до меня до метро. Я выходил, спускался в метро. Все это. Мы с ним ходили, и вот он не смог переступить этот барьер, и не смог это. 300 тысяч долларов инвестировал в нашу компанию, но сказал, только, говорит, никому не говори. Из того, что я дал. Потому что, говорит, я боюсь, что мне скажут, что на старости лет вот уважаемый еврей Шотик вляпался в какую-то, так сказать. Это я зачем всю эту историю рассказываю? Это барьер, который стоит вот у богатых людей. У них есть, я много раз приводил это, у них у всех есть, никто не хочет быть первым. Никто. То есть они хотят кого-нибудь пропустить. Но есть вторая особенность. Никто не хочет быть вторым. То есть поэтому у них вся психология, вся задача быть полтора. То есть как бы первым, но при этом ни за что не отвечать. И вот когда мы сегодня общаемся с простыми людьми, то основной вопрос – это донести информацию. И вот здесь вот я сразу говорю, что, друзья, не берите на себя ответственность. Вот когда не берите ответственность там, вот вы понимаете в аэродинамике, это замечательно, но я могу сказать, 99% людей, я сразу могу сказать, не понимают, что такое коэффициент CX и чем 0,07 отличается от 0,3, который сегодня у Бугатти. Вот я могу сказать, кто-нибудь понимает разницу? Ну, и почему, когда Юницкий говорит, разница в мид или в 10 сантиметров, это миллиарды долларов. Это надо понимать, как складывается, как затраты. Как... Большинство людей, они говорят, вот как Витя Бабурин, я говорю, я с ним работаю 10 лет, сейчас он у Юницкого работает. Вот, он мне говорит, вот вы верите, вы знаете, мне этого как достаточно. И большинство людей, они принимают решения подсознательно. То есть как бы на уровне интуиции, на уровне здравого смысла. Но когда возникает вопрос, когда говорят там, ну вот как вчера, растяжение, еще, я говорю, ребят, я технически могу ответить на все вопросы. Но рекомендую сначала просто, если вы такие вопросы задаете, и вы такие умные, полистайте сначала книжку. Просто почитайте инженерные расчеты Юницкого. Если у вас что-то там не устроит, то есть вы найдете какие-то вопросы, а там нет вопросов, на которые нет ответа. То есть все 100% ответа есть. Поэтому вы задайте, тогда получите ответ. Поэтому сейчас, вот вы когда общаетесь, самое главное, вы говорите, друзья, я, может быть, не могу ответить на вопрос по технике, но я знаю, куда пойти, я знаю, куда вас отправить, вам точно ответят. Почитай такую книжку, посмотри такой сайт. То же самое по экономике. Вот тут не обязательно сегодня рассказывать про шестые технологические уклады, так как это я рассказываю. Но достаточно понимать, что, ребят, время меняется, и оно меняется по законам. Ничего просто так не происходит. И эти законы сегодня описаны. Вот хотите, посмотрите. И так как мы будем жить через 3, через 5, через 10 лет, это тоже описано законом. Все закономерно. Поэтому хотите участвовать, участвуйте. Не хотите, подождите, посмотрите. Ведь никто же никого не заставляет. Тот, кто не купил акции Apple 20 лет назад, он же от этого ничего не приобрел, не потерял. Он просто сегодня видит и понимает, что если бы 20 лет назад он бы потратил 10 долларов, сегодня было бы состояние, ну не знаю, наверное, в 5 миллионов долларов. Ну, акции у них выросли в 3600 раз, ну вот можно посчитать, так сказать, какая разница. То же самое и сейчас, что в принципе никто никого не тянет, никто никому не говорит. Есть возможность подождать. Более того, я говорю, у меня сейчас есть определенные банкиры, которые, как я их называю, стоят в листе ожиданий. То есть я им каждый месяц, 1 числа мы договорились, я им скидываю материалы, что сделано. Потому что основное обвинение, которое ко мне сейчас идет, это вас не касается, ко мне, что мы сейчас организовали имитацию бурной деятельности.
что мы собираем деньги и там, допустим, 5000 долларов тратим в месяц, чтобы изобразить, что на полигоне что-то строится, что конструктора что-то рисуют. И мне один банкир говорит: слушай, я за 5000 долларов вот эти вот сказки вам организую. Я говорю: нет вопросов. Возразить я против этого, ну как могу? Ну если ты говоришь, что мы наняли таджиков, там как бы делаем. Я говорю: не могу возразить. Но давай 1 числа, я тебе скидываю объем работ, который сделан. И ты смотришь, ты же банкир инвестиционный, ты оцениваешь. Можно это сегодня организовать за 5000? Вот. Ну и последний раз, вот на прошлой неделе, когда вышел вот этот ролик анимационный о полигоне, я могу сказать, он стоит больше 100 тысяч долларов. И он это знает. Я говорю: вот теперь мне скажи, вот такого уровня можно сделать сейчас для того, чтобы просто показать, что мы тратим деньги? Он говорит: нет, на это надо тратить деньги. Я говорю: ну вот ты ответил на все вопросы. И сейчас каждый месяц это будет только усиливаться и только... Поэтому доказательную базу, которую мы сейчас создаем, она бесценна. Она бесценна с точки зрения именно работы для инвесторов, то есть мы говорим. И второй вопрос – это доказательная база для крупных инвесторов. Потому что когда мы с вами сделаем и все станет понятно, то придет стадия такая, что ну кому это... Это же очевидно, это и так раньше было понятно, и все. И будет выстраиваться очередь в инвестирование. Вот, поэтому это абсолютно естественный, закономерный процесс. Вот, и это сегодня самое главное. Вот, поэтому когда мне говорят, как убеждать? Ну, во-первых, я говорю, я 15 лет назад включился в это. Почему? Потому что это была моя работа. Я создавал первый фонд президентских программ. Он, это первый венчурный фонд, который, задача которого была найти прорывные технологии. Финансировал это два олигарха вот, из Межпромбанка. Вот, и как раз ко мне вот Юницкий под это и пришел. Но это же совпадение, что первая моя курсовая работа в Киевском институте инженеров гражданской авиации называлась «Транспорт будущего». Я анализировал, показывал, и, так сказать, у меня было понятно, что это будет там не магнитный подвес, не самолет, нет. Но что, я не знал. И когда Юницкий ко мне пришел, он мне за 40 минут рассказал и показал, какой транспорт будет. То есть моего знания вполне было достаточно для того, чтобы это представить. Ну а когда он привез ко мне модель, 1:10, прямо в кабинете поставил, и я сидел часами, так сказать, и у меня так эта штучка ездила перед глазами так вот, туда-сюда, так сказать, как бы, то я уже вот это все, я это представлял, сидя в кабинете, поэтому мне уже не надо было это рассказывать, все, оно у меня почти год стояло в кабинете, кто только у меня в кабинет не приезжал там, посол Ирана приезжал, вот тоже, кстати, у меня был чиновником, ко мне приехал посол Ирана в кабинет. Это была история, ну что такое посол? Посол это на территории нашей страны второй человек после президента. То есть он представляет страну. И когда к какому-то мальчику, начальнику департамента там, приезжает посол, и что-то, у меня ФСБшники, МИДовцы тут же приезжали, говорят, о чем вы с ними говорили? Я говорю: ребят, ну вы же все прописали. Да, что вы прописали, о том вы говорили. Он говорит: а почему вы это не делаете? Потому что все модели первые не светили. Вот и контур. Сейчас эти фотографии это уже история, очень важная история. Раньше это было, ну, фотографировались не так важно, а сегодня эти фотографии уже стоят. Поэтому основное сейчас, я говорю, и второе, вот что сейчас мы в вебинарах и мы делаем, что то, что мы делаем, это не зазорно сейчас. Вот то, что мы делаем, мне не стыдно. Потому что действительно мы строим, мы делаем. И более того, тут меня недавно на беседу вызывали в одну, знаете, как принято сейчас говорят, вот эти вот органы. Вот, и тоже очень много было вопросов. В основном связанные с тем, что у нас уже 200 тысяч человек, и уже начали задавать вопросы о... Какие у вас устремления, не хотите ли вы вывести кого-то на Болотную площадь, не будете ли вы ставить вопросы о замене там чего-то. Я говорю: нет, ребят, мы только за Skyway, строй Skyway, спасай Россию, экономика и все. У нас никаких вопросов нет. Всех объединять, мир во всем мире, и никаких проблем, так сказать. Вот, я говорю, мы вон съезды проводим, все там, они к нам обязательно пришлют кучу народу. Вот, поэтому, так сказать, это. И основной вопрос, который мы сейчас, я им доводим, я говорю: понимаете, вы мою биографию знаете, я этим занимаюсь 15 лет. Ничего нового сегодня нет, кроме того, что мы нашли инвестора. То есть мы нашли человека, который финансирует. Раньше мы думали, что это будет один олигарх, а сегодня оказалось, что это 200 тысяч человек пока, а потом будет 500 тысяч человек. А больше ничего не поменялось. И, соответственно, то, что мы сегодня делаем, я говорю, мы создали КБ, мы финансируем КБ, мы сейчас финансируем стройку. Более того, Юницкий сейчас говорит, что если сегодня денег будет в три раза больше, то строительство пойдет в три раза быстрее. То есть сегодня мы уже притормаживаем с точки зрения, что все идет по графику, но можно действовать быстрее.
Понятно, да, вот эту мысль, которую. И мы сейчас, вот после октябрьской конференции, планируем где-то в 2-3 раза увеличить скорость и объемы, потому что скорость стройки можно увеличить сегодня. Так что это. Так, давайте еще вопросы. Это все 15 этапов, это все при запуске компании, все прописано. И мы идем по этапам. Это инвестор, это для нас, это для инвесторов, которые входят на стадии венчурной. Потому что как только входит инвестор или начинаются заказы и прекращается необходимость в тех деньгах, которые мы с вами сегодня инвестируем, все, для нас с вами начинается другое время. Мы свою задачу выполнили. Все, мы проект запустили, и дальше мы сидим и ждем, как нолики пририсовываются к тем инвестициям, которые мы делали. То есть, как говорила моя бабушка, нам дай Бог дожить до этих проблем. Что? Я уже отвечал на этот вопрос. IPO – это стратегия капитализации. Мы сейчас намечаем несколько стратегий, которые будут. Одно я могу сказать, что стратегия будет максимальная, чтобы капитализировать те инвестиции, которые есть. А какая это будет стратегия? Я говорю, их несколько. И мы уже сегодня, я говорю, там вот Alibaba показал одну стратегию, Facebook показал другую стратегию. Нет, инвесторы сейчас. Тут весь вопрос. Инвесторы, вот сегодня инвесторы для нас, вот люди, которым мы говорим, люди, которые инвестируют $100-200 в том понимании, которое мы сейчас обсуждаем, это другие инвесторы. А те, которые стратегию, еще, они нам сегодня не интересны. Вот абсолютно. Мы сегодня и создаем инвестиционный краудинвестинговый инструмент, когда коллективный инвестор для нас более важный. Почему? Он более дешевый. Потому что 90% прибыли венчурных проектов забирает инфраструктура. Венчурный фонд, венчурный банк, они забирают деньги. Они те инвесторы, которые этому банку дали денег. Так вот, мы сейчас создаем систему, у нас нет посредника. Мы говорим, ребята, тот, кто инвестирует, тот и будет претендовать на то, что будет. Сейчас я сразу могу понять, они пока соображают, как вообще к нам относиться. Будут претензии, будем обсуждать. Пока они не могут, пока ни налоговая, ни ФАС, они не могут нас понять, кто мы такие, идентифицировать, потому что нас для них в природе не существует. И как раз в этом и есть противоречие, что работа есть, КБ есть, инвесторы есть. А с другой стороны, ничего нет. И поэтому, я говорю, здесь... Нет, в Беларуси мы платим налоги, там, где есть применение. Просто сегодня здесь, а с другой стороны, с чего платить налоги? Вот вы сегодня сделали инвестицию. Инвестиция пошла в инженерную работу и в работу. Налог, где возникла добавленная стоимость? То есть кто получил прибыль? Никто не получил. Вот когда вы продадите свои акции и получите прибыль, по полному закону я могу сказать, даже никаких вопросов, если не заплатите, пускай наказывают. Но до этих пор, пока не капитализировано, пока сделано, нет предмета налогообложения. И это правильно. И по сути дела весь мир стимулирует такие процессы. Для этого создана Кремниевая долина, для этого созданы еще научно-инновационные центры. Вот. И здесь другое дело, что мы в наши центры не можем вписаться. Почему? Мы не подходим под их правила игры. Вот. А те правила, которые мы сейчас создаем, они интересны только для тех, кто играет внутри, а не тот, кто вовне. И поэтому мы вполне допускаем, что у нас могут возникнуть трения с нашими там венчурными властями там, или налоговыми, или еще. Вот. Но вот с теми, кто со стороны силовых структур, ну, там, Совета Безопасности, они пока с полным пониманием, и здесь у нас никаких противоречий нет, потому что они понимают, что мы делаем нужное. Сейчас у нас уже программа перемещаться. Перемещаться чему? Мы как раз говорим, Красноярске, где мы будем реализовывать проект, компания должна быть зарегистрирована в Красноярске. Вот. На Вержинских там так, зарегистрирована только компания, которая владеет интеллектуальной собственностью. Та, которая гарантирует дивиденды, кто сегодня входит на рисковые стадии. И вот кто сегодня инвестирует.
Тот, кто сегодня инвестирует, тот, кто сегодня рискует. Еще пока никто ничего не заказывает. Допустим, это будет совсем другая жизнь. До этого произойдет очень много этапов. Первый этап, который произойдет, это прекращение краудинвестинга. Я говорю, прекращение краудинвестинга для нас с вами будет совсем другая история. Так. Во-первых, эта структура вся прописана. То есть сегодня и на сайте, и у Юницкого, и на сайте компании. Поэтому мы сейчас капитализируем и создаем интеллектуальную собственность, которая будет участвовать во всех проектах, которые будут получать прибыль. А мы будем получать дивиденды. Еще вопрос, да? Так. Я прям понимаю, конечно, тяжело так для воскресенья и для того, чтобы вместо того, чтобы отдыхать, еще, так сказать, устраивать такие мозговые тренинги. Вот, но для меня, друзья, это вообще каждая суббота, воскресенье уже такая работа, потому что это очень важно. А я приводил пример, вот прошлую московскую конференцию, насколько там, под 1000 человек было, вот, а мне Миша Хазин звонит и говорит: слушай, тут приехал один большой банкир инвестиционный, говорит, ну прошу, ну встреться, так сказать, как бы это. Я с конференции уехал, там, 3 часа я с ним проговорил, я заранее знал, какие он будет задавать вопросы, я заранее знал, какие я буду давать ответы, и самое главное, я заранее знал результат. Я с ним пообщался, приехал обратно, я говорю: друзья, вы знаете что, вот я общаюсь с вами, я знаю, что от этого будет результат. А вот с ним я общался, я тоже знал, какой результат, но мне это зачем? Вот просто от того, что не могу отказать Мише Хазину, надо вот было с ним пообщаться. Вот пообщался, так сказать. А та вот работа, правильно абсолютно могу сказать, что вот это новое создание краудинвестингового механизма, он, конечно, крайне интересный. Здесь я могу сказать, что сейчас все больше и больше структур подходят к тому, что это очень перспективное направление. Вот если посмотреть Глазева работу, вот, которую он представлял где-то 3 недели назад на Совете Безопасности, народное финансирование, потом большое количество акционеров, народные предприятия, у него это там как раз прописывается, сделано. А мы это делаем. Он должен быть внутреннее государственное финансирование, которое сейчас... Это инвестирование, политика по печатному станку. То есть это отдельно. Он там вводит такое понятие народный контроль и народное предприятие. И он как раз говорит о том, что не менее 10% в каждом предприятии должно принадлежать либо коллективу, либо коллективному инвестору. Вот. А мы это как раз реально реализуем, сейчас делаем. И это и есть как раз задача, чтобы в компании, которая будет продавать сибирский холод, чтобы были миллионы акционеров, чтобы каждый получал дивиденды. И вот как раз через потребительское общество это возможно. И второе, это вот по земле. То есть земля — это, конечно, подарок нам для того, чтобы... Вначале он не принял технологию. Он ядром считает нано- и биотехнологии. Вот. То есть он не Ну, вот это как раз и есть сейчас противоречие в том, что он говорит как бы одно, а реально все шаги делает по-другому. И вот после его доклада я опять там, ну, передал его там ребятам доклад. Я говорю: ребята, вот сейчас эмиссию, то, что он в докладе показал, по сути дела, эмиссию Евразийского центробанка, ну, я извиняюсь, это очень такие как бы серьезные вещи, которые надо привязать сейчас к строительству километров транснета. Потому что строительство километра — это инфраструктура. Это освоение территории, новое месторождение. Поэтому все, что мы построим и инвестируем, это будут связанные вещи. Но представляете, это как мы сейчас должны прийти в правительство и сказать: вы должны печатать деньги под строительство наших дорог. То есть на сегодняшний момент это нереально. Получается, вам проще сначала одну сделать, а потом уже... Поэтому мы и делаем сейчас задачу, это запустить проект как минимум в 10 странах, чтобы он пошел, чтобы получать поддержку и таким образом... Я считаю, что первый будет Лондон, и вот завтра приезжает у нас большая делегация с Турции, с Анкары. Второй проект может быть в Турции, в Анкаре. Там... Значит, будет в Красноярске. Вот. Нет. Но вообще, как бы логика действительно, что вся эта идея вообще пошла из Челябинска. То есть мы провели Челябинскую конференцию, и реально там встает парень и говорит: давайте сделаем легкую трассу прямо в парке Гагарина там.
И вот мы на этом начали. Тут же зашли к министру экономики, там дама очень интересная, она тут же поддержала, и процесс закрутился. Мы буквально через 2 недели даму уволили, все как бы поменялось, и все. И этот проект сразу забуксовал. Вот. Ну, не из-за нас уволили. Да, через аттракцион. Вот. А дальше чем это полезно? Как только мы это прорисовали для Лондона, вот у нас Арманд уже год ходит с транспортом с Лондона и никуда зайти не может. Как только мы увидели велосипед, как только прогулочно-развлекательная туристическая трасса, все, тут же его взяли, тут же это самое, презентации, готовится, все, и сейчас уже идет это. Да, это именно точка входа, как мы называем, стратегия Джобса. Не, опять же, давайте, друзья, наша задача, мы сейчас как бы с вами поговорили, придумали, у нас есть представительство в Красноярске, наша задача, чтобы через неделю проект по Красноярску был. Чтобы в следующий раз, когда я приехал, и мы там вместе сходили к губернатору, как бы договорились о том, что это надо строить. Вот давайте делать. И такое должно быть в каждом регионе. Каждый город. План все пишет в компании. Да. Но вот у нас сейчас есть определенный опыт. Какой первый шаг? То есть просто придумать проект. Трассировку, все остальное. Ну, придется сказать, что вот здесь вот может быть, то есть предложить концепт. Концепт проекта. А дальше мы уже наложим, сделаем, визуализируем. Так, ну что, у нас время все, лимит, да? Ну что, друзья, я вас очень благодарю, что вы потратили время. Спасибо. Потому что это действительно непростая вещь, мы с вами занимаемся очень непростым делом, все вы это понимаете, но я могу сказать, что ничто человека так не интересует, как будущее. А мы с вами не то, что говорим о будущем, мы с вами его делаем. Вот это принципиальная разница. И вот это как раз, когда вы с кем-то будете говорить, вот это там помнить всегда. Мы сегодня с вами делаем будущее. И мне даже вот тот же Миша Хазин там, он говорит, ну везет тебе, мне каждый раз надо что-то изобретать, анализировать. Говорит, а у тебя Skyway, строй Skyway, спасай Россию, и все, и больше ничего нет. Я говорю, да.